Правила святых Вселенских соборов. Правила святого Вселенского первого собора Никейского в 325 году 318 святых отцов. Правило первое. Аще у кого в болезни врачами отъяты члены, или кто варварами оскоплен, таковы да пребывают в клире. Аще же, будучи здрав, сам себя оскопил, такового хотя бы и клиру причислен был, надлежит исключить. И отныне никого из таковых не должно производить. Но как явно то, что сие изречено о действующих с намерением и дерзающих оскоплять самих себя, так напротив, если которые оскоплены от варваров или от господ, впрочем же опрящутся достойны, таковых клир допускает правило апостольское, правило 21. Правило 2. По елику, по нужде или по другим побуждениям человеков многое произошло не по правилу церковному, апостольское правило 80-е, так что людей от языческого жития, недавно приступивших к вере и краткое время оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят и тотчас по крещении возводят в епископство или пресвитерство. Посему за благо признано, дабы впредь ничего такого не было. По елику и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание, ибо ясно Писание апостольское, глаголющее: «Не новокрещенну, да не разгордевся, в суд впадет, и все дьяволю». 1 Тимофею 3:6. Аще же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице, и будет облечен двумя или тремя свидетелями. Таковы да будет исключен из клира. А поступающий вопреки сему, яко дерзающий сопротивляться великому собору, подвергает себя опасности исключения из клира. Правило 3. Великий собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону и вообще никому из находящихся в клире не было позволено иметь сожительствующую в доме жену, разве матерь или сестру или тетку, или те только молиться, которые чужды всякого подозрения. Пояснение. Как цель сего правила есть предохранить священника, священные лица от подозрения, то положенное воном запрещение относить должно к тем пресвитерам, диаконам и иподиаконам, которые не имеют жен, ибо присутствие жены при муже отстраняет подозрение от живущего при жене другого женского лица. Правило 4. Епископа поставляйте наиболее прилично всем, тая области епископам. Аще же сие неудобно, или по надлежащей нужде, или по дальности пути. По крайней мере, три воедино места да соберутся, а отсутствующие да изъявят согласие посредством грамот. И тогда совершайте рукоположение. Утверждайте же таковые действия в каждой области подобает ее митрополиту. Правило 5. О тех, которых епископы по каждой епархии удалили от общения церковного, принадлежат ли они к клиру или к разряду мирян, должно в суждении держаться правило апостольского 32, которым постановлено, чтобы отлученные одними не были приемлемы другими. В
впрочем, да будет исследуемо, не по малодушию ли, или распре, или по кому-либо подобному неудовольствию епископа подпали они отлучению. И так, дабы о сем происходить и могло приличное исследование, за благо признано, чтобы в каждой области дважды в год были соборы, чтобы все вообще епископы области, собравшись воедино, исследовали таковые недоумения. И таким образом, достоверно оказавшиеся несправедливыми против епископа, основательно всеми признаны были недостойными общения, доколе не заблагорассудит собрание епископов произнести о них более снисходительные решения. Соборы же добывают един перед Четыредесятницею, да по прекращении всякого неудовольствия чистый дар приносится Богу, а другие около осеннего времени. Правило шестое. Да хранятся древние обычаи, принятые в Египте и в Ливии и в Пентаполе, дабы Александрийский епископ имел власть над всеми сими. Понеже и римскому епископу сие обычно. Подобно и в Антиохии, и в иных областях, да сохраняется преимущество церквей. Вообще же, да будет известно сие, аще кто без соизволения митрополита поставлен будет епископом, а таковом Великий Собор определил, что он не должен быть епископом. Аще же общее всех избрание будет благословно и согласно с правилом церковным. Но два или три, по собственному любопрению, будут оному прикословите, да превозмогает мнение большего числа избирающих. Правило седьмое. Понеже утвердите обыкновение и древнее предание, чтобы чтите епископа, пребывающего в Елии, в Иерусалиме, то да имеет он последование чести с сохранением достоинства присвоенного митрополии. Правило восьмое. О именовавших некогда самих себя чистыми, но присоединяющихся к католической и апостольской церкви, благоугодным святому и великому собору, да по возложению на них рук пребывают они в клире. Прежде всего надлежит им письменно исповедать, яко прилепятся и последовать и будут определением католические и апостольские церкви, то есть будут в общении церковном, и с двоеженцами, и с падшими во время гонений, для которых и время покаяния установлено, и срок прощения назначен. Надобно, чтобы они во всем последовали определениям католической церкви. И так, где или в селах, или в оградах все обретающиеся в клире окажутся рукоположенными из них одних, да будут в том же чине. Аще же там, где есть епископы католической церкви, некоторые из них приступят к церкви. Явно есть, яко епископ православной церкви будет иметь епископское достоинство. А именующиеся епископом у так называемых чистых пресвительскую честь иметь и будет. Разве заблагорассудит местный епископ, чтобы и тот участвовал в чести имени епископа? Аще же то ему не угодно будет, то для видимого сопричисления такового клиру изобретет для него место или хор епископа, или пресвитера, да не будет двух епископов в ограде. Чистыми называли себя еретики, последователи новата. Римской церкви пресвитера, который учил падших во время гонения не принимать на покаяние, и двоеженцев никогда не принимать в общение церковное, и в сих гордых и нечеловеколюбивых суждениях полагал чистоту своего общества.
Правило 9. Аще некоторые без испытания, произведенных при пресвитере, или хотя при испытании исповедали свои грехи, но после их исповедания противу правила подвиглись в человеке и возложили на них руки, таковых правила, апостольское 25, не допускают до священнослужения, ибо кафолическая церковь непременно требует непорочности. 1 Тимофею 3.2. Правило 10. Аще, которые из падших произведены в клир по неведению или сведениям произведших, сие не ослабляет силы правила церковного, ибо таковые подознания извергаются от священного чина. Правило 11. Об отступивших от веры не по принуждению или не по причине отъятия имений или опасности или чего-либо подобного, как то случилось в мучительство Ликиниева, собор определил являть милость им, аще и не суть достойны человеколюбия, которые оба истинно покаятся, те 3 лета проведут между слушающим чтение Писаний, яко верные, и 7 лет да преподают в церкви, прося прощения. 2 же лета будут участвовать с народом в молитвах, кроме причащения святых тайн. Правило 12. Благодатью, призванной к исповеданию веры, и первые порыв ревности явившие и отложившие воинские поясы, но потом аки псына свою блевотину возвратившиеся, так что некоторые и серебро употребляли, и посредством даров достигли восстановления в воинский чин. Таковые 10 лет да преподают в церкви, прося прощения, по 3-летнем времени слушания писаний в притворе. Во всех же сих надлежит принимать и в рассуждение расположение и образ покаяния, ибо которые со страхом и слезами и терпением и благотворениями обращение являют делом, а не по наружности. Тех по исполнению определенного времени слушания прилично будет принимать и в общение молитву. Даже позволительно епископу и человеколюбнее нечто о них устроите, а которые равнодушно понесли свое грехопадение и вид вхождения в церковь возмнили для себя довольным к обращению, те всецело да исполняют время покаяния. Правило 13. О находящихся же при исходе от жития, да соблюдаются и ныне древние законы правила, чтобы отходящий не лишаем был последнего и нужнейшего напутствия. Аще же был отчаян в жизни, исподоблен причащения, паки к жизни возвратится, да будет между участвующими в молитве токмо. Вообще всякому отходящему, кто бы ни был, просящему причаститься Евхаристии, со испытанием епископа да преподаются святые дары. Правило 14. Относительно оглашенных и отпадших угодно Святому и Великому Собору, чтобы они 3 года токмо были между слушающими Писание, а потом молились с оглашенными. Правило 15. По причине многих смятений и происходящих неустройств, за благо рассуждено совершенно прекратить и обычаи, вопреки апостольскому правилу, обрешившиеся в некоторых местах, дабы из града во град не приходил ни епископ, ни пресвитер, ни диакон. Аще же кто по всем определениям Святого Великого Собора таковое что-либо предприимет или допустит сделать с собой таковое дело, распоряжение да будет совершенно недействительно, и перешедший да будет возвращен в церковь, которой рукоположенного епископа или пресвитера или диакона. Правило 16 Первого Вселенского. Аще, которые пресвитеры или диаконы, или вообще клиру причисленные, опрометчиво и страха Божия пред очами не имея, и церковного правила,
апостольского 15-го, не зная, удаляться от собственной церкви, таковые отнюдь не должны быть приемлемы в другой церкви, и надлежит всякое понуждение против их употребить, да возвратятся в свои приходы, или, аще останутся упорными, подобает их чуждым быть и общение, такожде, аще кто дерзнет принадлежащего ведомству другого восхитите, и в своей церкви рукоположите, без согласия собственного епископа, от которого уклонился, причисленный к клиру, недействительно да будет рукоположение. Правило 17. Понеже многие причисленные к клиру любостяжание и лихоимству последуя, забыли божественное писание, глаголющее «Серебра своего не даде в лихву» Псалом 14.5. «И давая в долг требует сотых, судил святой и великий собор, чтобы аще кто после сего определения обрящится, взимающий рост с данного взаем или иной оборот, дающийся ему делу, или половинного роста требующий, или нечто иное вымышляющий ради постыдной корости, таковый был извергаемый с клира и чужд духовного сословия». Правило 18. Дошло до святого и великого собора, что в некоторых местах и градах диаконы преподают пресвитерам Евхаристию, тогда как ни правилам, ни обычаям не предано, чтобы не имеющие власти приносить и преподавали приносящим тело Христово. Также и то соделалось известным, что даже некоторые из диаконов и прежде епископов Евхаристии прикасаются. Сие оба все да пресечется, и диаконы да пребывают в своей мере, зная, что они суть служители епископа и низшие пресвитеров. Да приемлет ли Евхаристии по порядку после пресвитеров, преподаваемую им епископом или пресвитером. Но ниже сидеть посреди пресвитеров позволено диаконам, ибо то бывает не по правилу и не по порядку. Аще же кто и после сего определения не хочет послушен быть, да прекратится его диаконство. Правило 19. О бывших павлианами, но потом прибегнувших к католической церкви, постановляется определение, чтобы они все вообще вновь крестимы были. Аще же, которые в прежнее время клиру принадлежали, таковые, являясь беспорочными и неукоризненными, по прекращении да будут рукоположены епископом католической церкви. Аще же испытание обрящет их неспособными к священству, надлежит им изверженным быть из священного чина. Подобное в отношении к диаконисам и ко всем вообще причисленным к клиру. Тот же образ действий да соблюдается. О диаконисах же мы упомянули о тех, которые по одеянию за таковых приемлются, ибо, впрочем, они никакого рукоположения не имеют, так что могут совершенно счисляемы быть и смирянами. Правило 20 первого Вселенского. Понеже суть некоторые преклоняющие колено в день Господень и в дни Пятидесятницы, тогда было во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было, угодно Святому Собору, достоящие приносят молитвы Богу. Правило Святого Вселенского Второго Собора Константинопольского, 381 год, 150 святых отцов. Правило первое. Святые отцы, собравшиеся в Константинополе, определили, да не отменяется символ веры 318 отцов, бывших на соборе в Никее, что в Вифинии, но да пребывает он и не приложен, и да предается анафеме всякая ересь, и именно ересь Евномиан, Анамеев, Ариан или Евдоксиан, полуариан или духоборцев,
Савелиан, Маркелиан, Фатиниан и Аполлинариан. Правило второе. Областные епископы да не простирают своя власти на церкви за пределами своя области, и да не смешивает церквей. Но по правилам Александрийский епископ да управляет церквами токмо египетскими, епископы восточные да начальствуют токмо на востоке, сохранением преимуществ Антиохийской церкви, правилами никейскими признанных. Также епископы области Осийские да начальствуют токмо в Асии. Епископы понтийские, да имеют в своем ведении дела токмо понтийские области. Фракийские, токмо Фракии. Не быв приглашены епископы, да не приходят за пределы своей области для рукоположения или какого-либо другого церковного распоряжения. При сохранении же вышеписанного правила о церковных областях явно есть. Яко дела каждой области благоучреждать, и будет собор тая же области, как определено в Никее. Церкви же Божией у иноплеменных народов долженствует быть и правимы по соблюдавшемуся до ныне обыкновению отцов. Правило третье. Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римском епископе, потому что град он и есть новый Рим. Правило четвертое. О Максиме Цинике и о произведенном им бессинии в Константинополе. Ниже Максим был или есть епископ, ниже поставленный им в какую бы то ни было степень клира. И соделанное для него, и соделанное им все ничтожно. Правило пятое. Относительно свитка западных, здесь, разумеется, свиток западных епископов, содержащий постановление Сардийского собора, которым признан и подтвержден символ никейский. Приемлем исущих в Антиохии, исповедующих едино божество Отца и Сына и Святого Духа. Правило шестое. По елику многие желают привести в замешательство и не спровергнуть церковное благочиние, враждебные клеветнически вымышляют на правящих церквами православных епископов некие вины, не с иным каким намерением, как токмо, дабы помрачить и добрую славу священников и произвести смятение в мирном народе. Того ради святый собор стекшихся в Константинополе епископов заблагорассудил, не без исследования допускать обвинителей, ниже позволять и всякому приносить обвинения на правителей церкви, но и не всем возбраняйте. Но если кто принесет на епископа некую собственную, то есть частную жалобу, как-то в притязании им имения или в иной какой-либо потерпенной от него неправде, при таковых обвинениях не принимайте в рассуждение ни лица обвинителя, ни веры его. Подобает бы всяческие совести епископа быть и свободным, и объявляющему себя обиженным обрести правосудие, какие бы веры он ни был. А если же возводимая на епископа вина будет церковная, тогда подобает рассмотреть и лица обвинителя. И, во-первых, не позволяйте еретикам приносить обвинения на православных епископов по делам церковным. Еретиками же именуем как тех, которые издавна чуждыми церкви объявлены, так и тех, которые после того нами анафеме преданы. Кроме же всего и тех, которые хотя притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые отделились и собирают собрания против наших правильно поставленных епископов. Аще, которые из принадлежащих к церкви за некие вины прежде были осуждены и извержены, или отлучены из клира, или из разряда мирян, и сим да не будет позволено обвинять епископа, доколе не очистят себя от обвинения, которому сами подпали. Так ожди от тех, кои сами предварительно подверглись доносу. Доносы на епископа или на других из клира могут приемлемы быть и не прежде, разве когда несомненно явят свою невинность против возведенных на них обвинений.
Аще же некоторые, не будучи ни еретики, ни отлученные от общения церковного, ни осужденные или предварительно обвиненные в каких-либо преступлениях, скажут, яко имеют нечто донести на епископа по делам церковным. Таковым Святой Собор повелевает, во-первых, представить свои обвинения всем епископам области и перед ними подтверждать доводами свои доносы на епископа, подвергшегося ответу. Аще же епископы соединенных епархий, паче чаяни, не в силах будут восстановить порядок по возводимым на епископа обвинениям. Тогда обвинители да приступят к большему собору епископов Великой области, по всей причине созываемых. Но не прежде могут они настоять на свое обвинение, как письменно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, аще же был по производству дела, оказались клевещущими на обвиняемого епископа. Наще кто, презрев по предварительному дознанию постановленное решение, дерзнет или слух царский утруждать, или суды мирских начальников, или Вселенский собор беспокоить к оскорблению чести всех епископов области, таковы отнюдь да не будет приемлем своей жалобою, яко нанесшее оскорбление правилам и нарушившее церковное благочиние. Правило седьмое. Присоединяющихся к православию и к части спасаемых из еретиков приемлем по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, Македониан, Саватиан и Новатиан, именующих себя чистыми и лучшими, четыре надесятников или тетрадитов и аполлинаристов, когда они дают рукописание и проклинают всякую ересь, не мудрствующую, как мудрствует святая Божия Католическая и Апостольская Церковь, приемлем, запечатлевая, то есть помазуя святым миром, во-первых, чело, потом очи и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глаголем «печать дара Духа Святого». Евномиан же, единократным погружением крещающихся и монтанистов, именуемых здесь фригами, и Савелиан, держащихся мнения о сына отчестве, и иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков, ибо много здесь таковых, наипаче выходящих из галатской страны, всех, которые из них желают присоединены быть их православию, приемлем якоже язычников». Первый день делаем их христианами, во второй – оглашенными, потом в третий – заклинаем их с троекратным дуновением в лицо и во уши, и так и оглашаем их, и заставляем пребывать и в церкви, и слушать и Писание, и тогда уже крещаем их. Правило Святого Вселенского Третьего собора, 431 год. Правило первое. Понеже надлежало не присутствовавшим на Святом соборе и остававшимся в своем месте или граде по некой вине, или церковной, или телесной, не остатися в неведении о том, что на оном постановлено, то извещаем вашу святыню и любовь, что Аще, который областный митрополит, отступив от Святого Вселенского Собора, приложился к отступническому сонмищу, или по всем приложится, или келестиево мудрование приял, или приимет, таковы и против епископов своей области что-либо делать и отнюдь не может, яко отныне собором от всякого церковного общения уже отвержены и недействительны. Наши рассмотрению тех самых епископов области и окрестных митрополитов, православно мудрствующих, подлежать и будет для совершенного извержения его из сана епископского. Правило второе.
аще же которые епархиальные епископы не присутствовали на Святом Соборе и в отступлении прияли или покусятся приятие участие, или, подписав извержение Нестория, перешли к отступническому сонмищу, таковым, по извелению Святого Собора, совершенно быть и чуждым священства и низверженным со своей степени. Правило третье. Аще же некоторым из принадлежащих клиру в каждом граде или селе Несторием и его сообщниками возбранено священство за православное мудрствование, таковым дали мы право восприятие свою степень. Вообще повелеваем, чтобы единомудрствующие с православным и Вселенским собором члены клира, а отнюдь никаким образом не были подчинены отступившим или отступающим от православия епископам. Правило четвертое. Аще, которые из клира отступят и дерзнут, особо или всенародно держать, если не сториево или келестиево мудрствование, праведным признал Святой Собор, изверженным быть и сим из священного чина. Правило пятое. Аще некие за неприличные дела, осужденные Святым Собором или собственными епископами, не истории же его единомышленники, вопреки правилам, по его во всем произвольному действованию покусились или покусятся, возвратите им общение с церковью или степень священства. Праведным признали мы, да будет им сие бесполезно, и да остаются они, тем не менее, изверженными из священного чина. Правило шестое. Подобно же, аще некие восхотели бы каким-либо образом поколебать и то, что о каждом из них учинено Святым Собором во Ефесе. Святый Собор определил, чтобы таковые аще суть епископы или принадлежащие к клиру совершенно свержены были с своего степени, аще же миряне отлучены были от общения церковного. Правило седьмое. По прочтении сего Святый Собор определил, да не будет позволено никому произносить или писать или слагать иную веру, кроме определенной от святых отец в Никее и Граде со Святым Духом собравшихся, а которые дерзнут слагать иную веру или представлять или предлагать хотящим обратитесь к познанию истины или от язычества или от иудейства или от какой бы то ни было ереси, таковые аще суть епископы или принадлежат клиру, да будут чужды епископы епископства и клирики клира, аще же миряне да будут преданы анафеме. Равным образом аще епископы или клирики, или миряне явятся мудрствующими или учащими тому, что содержится в представленном от пресвитера Харисии изложении о воплощении единородного Сына Божия, или скверным и развращенным несториевым догматом, которое при всем и приложено, да подлежат решению сего Святого и Вселенского Собора, то есть епископ да будет чужд епископства, и да будет низложен, клирик подобно да будет извержен из клира, аще же мирянин да будет предан анафеме, как сказано. Перед сим на соборе читан символ Никейский, и поврежденное изложение символа, представленное собору филадельфийским пресвитером Харисием. Правило восьмое. Дело, вопреки постановлениям церковным и правилам святых апостолов, нововводимое и посягающее на свободу всех, возвестил боголюбезнейший епископ Регин и сущие с ним благоговейнейшие епископы Кипрские области Зенон и Евагрий, чего ради, понеже общественные болезни требуют сильнейшего врачевства, яко больший вред приносящие, и наипаще аще и древнего окновения не было, чтобы епископ града Антиохии совершал поставление в Кипре, как письменно и словесно возвестили нам благоговейнейшие мужи, к Святому Собору пришедшие, то начальствующие во святых кипрских церквах да имеют свободу без притязания к ним и без стеснения их по правилам святых отец и по древнему обыкновению сами собою совершать и поставление благоговейнейших епископов. Тоже да соблюдается и в иных областях, и повсюду в епархиях.
дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал власти на иную епархию, которая прежде и сначала не была под рукой его или его предшественников. Наши, кто простер и насильственно какую епархию себе подчинил, да отдаст оную, да не приступается правилами отец, да не вкрадывается под видом священнодействия надменность власти мирские, и да не утратим помалу неприметно тая свободы, которую даровал нам кровью своей Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков. Итак, Святому Вселенскому Собору угодно, чтобы всякая епархия сохраняла в чистоте и без стеснения сначала принадлежащие ей права, по обычаю издревле утвердившемуся. Каждый митрополит для своего удостоверения может невозбранно взять и список всего постановления. Аще же, кто предложит постановление, противное тому, что ныне определено, угодно всему Святому Вселенскому Собору, да будет оно недействительно. Послание того же Святого Вселенского Собора Третьего к Священному Собору Памфилийскому о Евстафии, бывшем их митрополите. Понеже Богодухновенное Писание глаголит «Советом все твори», притча 31.4, то наипаче получившим жребий священного служения подобает со всякой точностью творить рассмотрение о всем, что делать и должно, ибо желающему так опровождать и жизнь свою последует то, что они обретаются в благонадежном положении и яко попутным ветром несутся по направлению желаний. Слово сие весьма правдоподобно. Иногда же бывает, что горькая и несносная скорбь, налегши на ум, сильно возмущает оной, уклоняет от стремления к должному и располагает акибо на нечто полезное, взирать и на неблагоприятное по существу своему. Если таковое усмотрели мы приключившееся благоговейнейшему и благочестивейшему епископу Евстафию. Он рукоположен, как засвидетельствовано, по правилам церковным. Был же некоторыми смущен, как сказывает, и подвергшийся неожиданным обстоятельствам, потом, по причине излишней недеятельности, утомленной борьбою с обременившими его заботами и не возмогши отразить нарекания противников своих, не ведаем како, представил письменное отречение от своей епархии. Ибо ему, яко единожды приявшему на себя священно-начальственное попечение, подобало удерживать ионы с духовной крепостью, как бы вооружитесь на труды и охотно приносите пот, обещающий воздаяние. А понеже показал он себя единожды нетщательным, хотя сие произошло с ним более по недеятельности, нежели по нерадении и лености, то ваше благочестие по необходимости рукоположили благоговейнейшего и благочестивейшего брата нашего и соепископа Феодора для управления церковью, ибо не следовало ей вдовствовать и без предстоятеля быть и спасителю в стаду. Но понеже пришел он со слезами, ни град, ни же церковь, оспаривая у вышереченного благочестивейшего епископа Феодора, но прося токмо чести и именования епископского, то все мы воссоболезновали о старце сем, и, почитая слезы его общими всем нам, поспешили уведать, подвергся ли он законному извержению, или токмо в некоторых неуместных поступках обличаем был некими людьми, помрачившими его добрую славу. И мы уведали, яко ничего такового им не соделано, а наипаче вину ему поставлено отречение от епархии. Чего ради не укоряем и ваше благочестие, должным образом поставившего на его место вышереченного благоговейнейшего епископа Феодора. Но понеже не подобает много порицать и недеятельность всего мужа, паче же надлежало помиловать и старца вне града, в котором родился, и вне отеческого жилища, без всякого прикословия иметь и ему имя, и честь епископа, и общение, столь долгое время пребывавшего, прибывшего. Правильно судили мы и определили,
с тем только, чтобы он не рукополагал, не занимал церкви и самовластно не священно действовал. Но разве когда или пригласит с собою, или аще случится, позволит ему брат и соепископ по благорасположению и любви во Христе? Аще же положит о нем какое более благосклонный совет, ныне или посем, то и сие угодно будет святому собору. Правила святого Вселенского четвертого собора Халкидонского, 451 год, 630 святых отцов. О двух естествах во едином лице Господа нашего Иисуса Христа. Последующее Божественным Отцем все единогласно получаем исповедовать и единого и того же Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенно в Божестве и совершенно в человечестве. Истина Бога и истина человека, того же из души и тела, единослышно Отцу по Божеству, единослышно того же нам по человечеству. По всему нам подобно, кроме греха, рожденно прежде век от Отца по Божеству, в последние же дни также ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, единого и того же Христа, Сына Господа Единородного, во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Никак же различию двух естеств потребляемо соединением, паче же сохраняемо свойству коегожды естества во едино лице и во единую ипостась совокупляемого, и не на два лица рассекаемого или разделяемого, но единого и того же Сына, единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, яко же древле пророца о нем, яко же сам Господь Иисус Христос научи нас, и яко же предаде нам символ Отец наших. Это догмат Четвертого Вселенского Халкидонского собора о двух естествах во едином лице Господа нашего Иисуса Христа. Правило первое. От святых отец на каждом соборе до ныне изложенное правило соблюдать признали мы справедливым. Правило второе. Аще, который епископ за деньги рукоположение учинит, и непродаваемую благодать обратит в продажу и за деньги поставит епископа, или хоры епископа, или пресвитера, или диакона, или иного коего отчислящихся в клире, или произведет за деньги во эконома, или евдика, или парамонария, или вообще в какую-либо церковную должность ради гнусного прибытка своего. Таковы был облечен, яко на сие покусился, да будет подвержен лишению собственного степени, и поставленный им отнюдь, да не пользуется купленным рукоположением или производством, но да будет чужд достоинства или должности, которое получил за деньги. Аще же явится кто и посредствующим в толико гнусном и беззаконном сдоприятии, то и сей, аще есть из клира, да будет низвержен со своего степени. Аще же мирянин или монашествующий, да будет предан анафеме. Пояснение. Евдик, значит, заступник. Должность его была ходатайствовать перед начальствами и судами по делам церковным за бедных и страждущих от несправедливости. Парамонарий, значит, приставник. Должность его была безотлучно находиться при священных местах для охранения и для удобства приходящих. Из всего сокращено нынешнее имя – Панамарь. Правило третье. Дошло до Святого Собора, что некоторые из принадлежащих клиру ради гнусного прибытка берут на откуп чужие имения и устрояют мирские дела. О Божьем служении не брегут, а по домам мирских людей скитаются
и поручения по имениям приемлют из сребролюбия. Посему определил святый и великий собор, чтобы впредь никто, ни епископ, ни клирик, ни монашествующий, не брал на откуп имений и в распоряжение мирскими делами не вступал, разве токмо по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними, или епископ града поручит, кому иметь попечение о церковных делах, или о сиротах и вдовах беспомощных, и о лицах, которым особенно нужно оказать церковную помощь ради страха Божия. Аще же кто впредь дерзнет приступить и сие определение, таковый да будет подвергнут церковному наказанию. Правило четвертое. Истинно и искренно проходящее монашеское житие да удостаивается приличной чести. Но по велику некоторые для вида, употребляя одежду монашескую, расстраивают церкви и гражданские дела, по произволу ходя по градам и даже монастыри сами для себя составлять и покушаются, то рассуждено, чтобы никто нигде не созидал и не основывал монастыря или молитвенного дома без соизволения епископа града. Монашествующие же в каждом граде и стране да будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешивается ни в церковные, ни в житейские дела, и да не приемлет в них участие, оставляя свои монастыри, разве токмо, когда будет сие позволено епископом града по необходимой надобности, да не приемлется также в монастырь, в монастырях, в монашество никакой раб без воли господина его. Приступающему же сие наше определение – определили мы быть и чуждым общения церковного, да не хулиться имя Божие. Впрочем, епископу града надлежит иметь и о монастырях должное попечение. Правило пятое. О епископах или клириках, приходящих из града во град, рассуждено, чтобы положенные святыми отцами правила пребывали во своей силе. Правило шестое. Решительно никого ни во пресвитера, ни во диакона, ниже в какую степень церковного чина не рукополагать иначе, как с назначением рукополагаемого, именно к церкви городской или сельской, или к мученическому храму, или к монастырю. О рукополагаемом же без точного назначения Святой Собор определил поставление их почитать недействительным, и нигде не допускать их до служения, к посрамлению поставившего их. Правило седьмое. Вчиненным единожды в клир и монахом определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин, иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога, предавать анафеме. Правило восьмое. Клирики при богодельных монастырях и храмах мученических да пребывают по преданию святых отец под властью епископов каждого града, и да не исторгаются по дерзости из-под управления своего епископа. А дерзающие нарушать сие постановление каким бы то ни было образом и не подчиняющиеся своему епископу, аще будут клирики да подлежат наказаниям по правилам. Аще же монашествующие или миряне да будут отлучены от общения церковного. Правило девятое. Аще который клирик с клириком же и имеет судное дело, да не оставляет своего епископа, и да не перебегает к светским судилищам, но сперва да производит свое дело у своего епископа или по изволению того же епископа, избранные обеими сторонами да составят суд. А кто вопреки всему поступит, да подлежит наказаниям по правилам. Аще же клирик со своим или со иным епископом имеет судное дело, да судится в областном соборе. Аще же на митрополита области епископ или клирик имеет неудовольствие,
да обращается или к экзарху Великие области, или к престолу царствующего Константинополя, и пред ним да судится. Правило 10 4 Вселенского. Не позволяется клирику в одно и то же время числиться в церквах двух градов, Сирич, в той, в которой он начально рукоположен, и в той, к которой перешел, яко большей, из желания суетной славы. Творящий же сие возвращайте к собственной их церкви, которой начально рукоположена, и там токмо им служите. Аще же кто от одной церкви в другую переведен, таковы да не имеют никакого участия в принадлежащем прежней церкви, как-то в зависящих от нее мученических храмах, или в богодельных, или в странноприимных домах. А дерзающих после определения всего Великого Вселенского Собора делать и что-либо ныне воспрещаемое, Святый Собор определил не излагать их степени. Правило 11. Всем убогим и вспоможение требующим определили мы по удостоверению в их бедности ходите с мирными токмо церковными письмами, а не с представительными грамотами. Понеже представительная грамота надлежит давать токмо лицам, находящимся под сомнением. Правило 12. Дошло до нас, яко некие, вопреки церковным постановлениям, прибегнув ко властям посредством прагматических грамот, единую область на две рассекли, якобы те от всего во единой области двум митрополитам. Посему определил Святый Собор, да ничто таковое творите, впредь не дерзает епископ. Ибо покусившийся на то, низвержен будет со своего степени. Град же, который по царским грамотам почтен именованием митрополии, единой честью довольствуется, так как и епископ, управляющий его церковью, с сохранением собственных прав истинной митрополии. Правило 13. Клирикам чужим и незнаемым в другом граде, без представительной грамоты собственного их епископа, отнюдь нигде не служите. Правило 14. Понеже в некоторых епархиях позволено чтецам и писцам вступать в брак, то определил Святой Собор, чтобы никому из них не было позволено брать себе в жену иноверную, чтобы родившие уже детей от такового брака и прежде всего уже крестившие их у еретиков, приводили их в общение, к общению с Кафолической Церковью, а не крестившие не могли крестить их у еретиков, не совокуплять браком с еретиком или иудеем, или язычником. Разве в таком токмо случае, когда лицо, сочетавающееся с православным лицом, обещает перейти в православную веру? А кто приступит к ее определению Святого Собора, тот да подлежит епитимии по правилам. Правило 15 4 Вселенского. В диаконисы поставляйте жену не прежде 40 лет возраста, и притом по тщательном испытании. Аще же приявшая рукоположение и прибывшая некоторое время в служении, вступит в брак. Таковая, как оскорбившая благодать Божию, да будет предана анафеме вместе с тем, кто совокупился с нею. Правило 16. Деве, посвятившей себя Господу Богу, равной монашествующим, не позволяется вступать в брак. Аще же обретутся творящие сие, да будут лишены общения церковного. Впрочем, определили мы местному епископу и имейте полную власть в оказании таковым человеколюбия. Правило 17. По каждой епархии, в селах или предградиях сущие приходы должны неизменно пребывать под властью заведующих оными епископов. Иные пасхи, аще в продолжении 30 лет, бесспорно имели оны в своем ведении и управлении.
А сюда не дали 30 лет был, или будет о них какой спор? Тогда будет позволено почитающим себя обиженными начать о том дело перед областным собором. Аси же кто будет обижен от своего митрополита, досудится пред экзархом Великой области или пред Константинопольским престолом, яко же речено выше. Наши царской власти вновь устроен или впредь устроен будет град, то распределение церковных приходов да последует гражданскому и земскому порядку. Правило 18. Соумышление или составление скопища, аки преступления, совершенно воспрещено и внешними законами. Кальми паче должно возбранять в церкви Божией, дабы сего не было. А чтобы некие из клира или монашествующие окажутся обязующими друг друга клятвою, или составляющими скопище, или строящими ковы епископом, либо своим сопричетником, совсем да будут низвержены со своего степени. Правило 19. Дошло до слуха нашего, что в областях не бывает установленных правилами соборов епископов, и отсего многие церковные дела, требующие исправления, остаются в небрежении. Посему определил Святый Собор, согласно с правилами Святых Отец, чтобы в каждой области епископы дважды в году собирались воедино, где назначит епископ митрополии, и исправляли все, что откроется. А епископам, которые не придут на собор, хотя находятся в своих градах и притом пребывают в здравии и свободно от всякого необходимого неотложного занятия, братолюбно сказать слово прещения. Правило 20 4 Вселенского Собора. Клирикам, определенным к церкви, непозволительно, как уже мы постановили, определяться к церкви иного града, но должно быть и довольными той, в которой начально удостоены служения, и за исключением тех, кто, кое лишась отечества своего, по нужде пришли в другую церковь. Аще же, который епископ после определения сего примет клирика, принадлежащего другому епископу, то суждено нами быть и вне общения церковного, и приятому, и приявшему, доколе перешедший клирик не возвратится в свою церковь. Правило 21. От клириков или мирян, доносящих на епископов или на клириков, не принимайте доноса просто и без исследования, но предварительно изведывайте общественное о них мнение. Правило 22. Не позволяется клирикалам по смерти своего епископа расхищать вещи ему принадлежавшие, как сие воспрещено и древними правилами. Апостольское правило 40. Творящие же сие подвергаются опасности низложенными быть и со своего степени. Правило 23. Дошло до слуха Святого Собора, что некоторые из клира и монашествующие, не имея никаких поручений от своего епископа, а иные даже бы отлучены им от общения церковного, приходят в царствующий град Константинополь и вон им долго жительствуют, творя смятение и нарушая церковное устройство, и даже домы некоторых расстраивают. Того ради определил Святой Собор, во-первых, посредством егдика Святейшей Константинопольской Церкви напоминать им да удаляться из царствующего града, аще же бесстыдно продолжать будут те же дела, то удалять их из оного и неволею посредством того же егдика и возвращать к своим местам. Правило 24. Единожды священным по изволению епископа монастырям пребывать и монастырями навсегда, принадлежащие им вещи сохранять и впредь не быть он им мирскими жилищами. Попускающие же сему быть, да подлежат наказаниям по правилам. Правило 25 4 Вселенского.
По велику некоторые митрополиты, якоже нам соделалось гласным, не брегут о веренных им паствах и отлагают поставление епископов, того ради определил Святой Собор, чтобы поставление епископов совершаемы были в продолжении 3 месяцев. Разве неизбежная нужда заставит продлить время отлагательству? Не творящее сего подлежит церковной епитимии. Между тем доходы вдовствующей церкви да сохраняются в целости экономом ее. Правило 26. По велику в некоторых церквах, якоже нам соделалось гласным, епископ управляет церковным имуществом без экономов. Того ради рассуждено всякой церкви, имеющей епископа, иметь и собственно клира эконома, который бы распоряжал церковным имуществом по воле своего епископа. Дабы домостроительство церковное не без свидетелей было, дабы от всего не расточалось и ее имущество, и дабы не падало нарекание на священство. Аще же кто сего не учинит, таковый повинен божественным правилам. Правило 27. Похищающим жен для супружества или содействующих, или соизволяющих похитителям, Святой Собор определил, аще будут клирики, не излагайте со степени их, аще же миряне, предавайте анафеме. Правило 28. Во всем последуя определениям святых отец и признавая читанное ныне правило 150 боголюбезнейших епископов, бывших в соборе в одни благочестивой памяти Феодосия в царствующем граде Константинополе, Новом Риме, то же самое мы определяем и поставляем о преимуществах Святейшей Церкви того же Константинополя Нового Рима. Ибо престолу Ветхого Рима отцы прилично дали преимущество, по елику то был царствующий град. Следуя тому же побуждению, и 150 боголюбезнейшие епископы предоставили равные преимущества Святейшему престолу Нового Рима, праведно рассудив, да, град, получивший честь быть и градом царя и синклита, имеющий равные преимущества с ветхим царствующим Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет второй по нем. Посему токмо митрополиты областей Понтийские, Осийские и Фракийские, и также епископы у иноплеменников вышереченной области, да поставляются от вышереченного святейшего престола святейшие Константинопольские церкви Сирич. Каждый митрополит вышеупомянутых областей с епископами области должны поставлять епархиальных епископов, как предписано божественными правилами. А самые митрополиты вышеупомянутых областей должны поставляемы быть и как речено Константинопольским архиепископом по учению согласного по обычаю избрания и по представлению ему оного. Правило 29. Епископа низводите на пресвитерский степень, есть святотатство. Аще же некая праведная вина отстраняет его от епископского действия, то не должен он занимать и пресвитерского места. Но аще без всякой вины отстранен от своего достоинства, тогда будет восстановлен в достоинство епископства. Правило 30. 4 Вселенский Собор. По велику благоговеннейшие епископы египетские отложили в настоящее время подписать и послание святейшего архиепископа Льва, не как бы противясь кафолической вере, но представляя существующие в египетской области обычаи ничего такового не делать без соизволения определения своего архиепископа, и просят отсрочить им до постановления будущего епископа Великого Града Александрии. Того ради за праведное и человеколюбное дело признали мы оставить их в своем сане в царствующем граде и дать им срочное время до поставления архиепископа Великого Града Александрии. Посему, пребывая в своем сане или да представят поручителей, а всевозможным сие или клятвенным обещанием да отвратят сомнения.
о Пятом Вселенском Соборе. Святые отцы Пятого Вселенского Собора, собравшиеся в Константинополе преимущественно для утверждения Халкидонского Вселенского Четвертого Собора, особенных правил, относящихся к благочинию церковному, не составили, как сие явствует из второго правила Шестого Вселенского Собора, в коем при указании на правила прочих святых соборов о правилах Пятого Вселенского Собора не упоминается. 553 год. Правила Святого Вселенского Шестого Собора Константинопольского и же в Трулле царских палат. 691 год, 170 святых отцов. О двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе, догмат. И две естественные воли или хотения в нем, и две естественные действия, два, неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно, по учению святых отец наших, такожде проповедуем. Два же естественные хотения, не противные, да не будет, якоже нечестивые еретицы рекоша. Но его человеческое хотение, последующее и не противостоящее или противоборствующее, паче же и подчиняющееся его божественному и всемогущему хотению. Правило первое. При начатии всякого и слова, и дела наилучший чин есть от Бога начинать и с Богом оканчивать, и по глаголу богослова. Всего ради и ныне, когда и благочестие нами уже ясно проповедуется, и церковь, в которой Христос положен основанием, непрестанно возрастает и преуспевает, так что паче кедров ливанских возвышается, полагая начало священных словес, Божией благодати определяем. Храните неприкосновенно нововведением и изменением веру, преданную нам от самовидцев и служителей слова, богоизбранных апостолов, еще же и от 318 святых и блаженных отец при Константине царе нашем, на нечестивого Ария, и на вымысленное им языческое и на Божие, или свойственнее речи многобожие, в Никее собравшихся, которые единомыслием веры, единосущие в трех ипостасях богоначального естества, открыли нам и уяснили, не попустив всему сокрыту были быть и под спудом неведения, но ясно, научив верных, поклоняйтесь единым поклонением Отцу и Сыну и Святому Духу. Испровергли и разрушили лжеучения о неравных степенях божества и еретиками из песка сложенное противу православия детские построения разорили и низринули, также и при великом Феодосии, царе нашем, 150 святыми отцами, всем царствующим граде собравшимся, провозглашенное исповедание веры содержим. Богословствующий о Святом Духе изречение приемлем, а нечестивого Македонии, купно с прежними врагами истины, отрываем, якобыйственно дерзнувшего почитать владыку рабом и нагло хотевшего пресвященить икому единицу, так что не было бы совершенно таинства упования нашего. Купно с сим гнусным и против истины неистовствовавшим осуждаем Аполлинария, тайноводителя злобы, который нечестиво изрыгнул, аки бы Господь приял тело без души и ума. Всем образом, такожде вводя помышления, аки бы спасение соделано для нас несовершенное, такожде при Феодосии, сыне Аркадии, царе нашем, собравшимся в первый
раз в ограде Ефесе, двумястами богоносных отец изложенные учения, яко несокрушимое благочестие державу согласием запечатлеваем, единого Христа, Сына Божия, воплотившегося, проповедуя, и бессеменно родившую Его непорочную преснодеву, исповедуя собственно и истинно Богородицею, а безумное разделение истории, яко от жребия Божия отлученное, отвергаем, ибо Он учит, что един Христос есть отдельно человек и отдельно Бог, и возобновляет иудейское нечестие. Православно утверждаем также и в областном граде Халкидоне, при Маркиане, царе нашем, 630 богоизбранными отцами начертанное вероисповедание, которое концам земли велигласно возвестило единого Христа, Сына Божия, состоящего из двух естеств, и в сих самых двух естествах славимого, а своемудрого Евтихия, который говорил, что великое таинство спасительного домостроительства совершилось призраком, яко нечто чудовищное, яко заразу из священных оград церкви извергло. С ним же и Нестория, и Диоскора, из коих един был защитником и поборником разделения, а другой — смешения, и которые от противоположных стран нечестия низринулись в единую пучину погибели и безбожия. Еще же из 165 богоносных отец, собравшихся всем царствующем граде при Юстиниане, блаженной памяти царе нашем, благочестивые глаголы, яко от духа произнесенные, ведаем, и он им потомков наших научаем, а не Феодора Мопсетского, Несториева учителя, и Оригена, и Дидима, и Евагрия, возобновивших еленские басни, и прихождение и превращение некоторых тел и душ, паки нам, представивших на позор, в сонных мечтаниях блуждающего ума и противовоскресения мертвых нечестивых и нездравомысленно восстававших, также написанное Феодоритом против правой веры и против 12 глав блаженного Кирилла и так называемое письмо Ивы, соборно предали проклятию и отринули. И недавно при царе нашем блаженной памяти Константине, всем царствующем граде, сошедшегося шестого собора вероисповедания, которое вящую крепость прияло, когда благочестивый император постановление оного собора своей печатью ради достоверности на все веки утвердил, вновь обязуемся хранить ненарушимо. Оно боголюбиво изъяснило, яко должны мы исповедовать и два естественные хотения или две воли, и два естественные действия воплотившимся ради нашего спасения единым Господи нашему Иисусе Христе, истинном Боге. А тех, которые правы догматы истины извратили, единую волю, единое действие в едином Господе Боге нашем Иисусе Христе, людям проповедовали. Судом благочестия обвинило яко Федора, епископа Фаранского, Кира Александрийского, Анория Римского, Сергия, Пира, Павла, Петра, бывших всем богоспасаемым граде предстоятелями, Макария Антиохийского епископа, ученика его Стефана и безумного Полихрония, всем образом соблюдая неприкосновенным общее тело Христа Бога нашего. Кратко речи, постановляем. Да вера всех в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были светилами в мире, содержа слово жизни, соблюдается твердою, и да пребывает до скончания века непоколебимою, вкупе с Бога преданными их писаниями и догматами. Отметаем и анафематствуем всех, которых они отметали и анафематствовали, яко врагов истины, вообще скрежетавших на Бога и усиливавшихся неправду на высоту вознести. А если же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия, и не так омыслит и проповедует, но покушается идти против оных,
тот да будет анафема по определению прежде постановленному пред упомянутыми святыми и блаженными отцами. И от сословия христианского, яко чуждый, да будет исключен и извержен. Ибо мы сообразно с тем, что определенно прежде совершенно решили, ниже прибавляйте что-либо, ниже убавляйте, и не могли никоим образом. Правило второе. Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый собор и то, чтобы отныне ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей твердо и ненарушимо пребывали приятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, и также и нам преданные именем святых и славных апостолов. 85 правил. По елику же всех правилах повелено нам принимать оных же святых апостолов постановление через Климента преданное, в которое некогда иномыслящие ко вреду церкви принесли нечто подложное и чуждое благочестие, и помрачившее для нас благолепную красоту божественного учения, то мы, ради назидания ограждения, христианнейшие паствы, оное Климента постановление благорассудительно отложили, отнюдь не допуская порождения еретического лжесловесия и не вмешивая их в чистое и совершенное апостольское учение. Согласием нашим запечатлеваем и все прочие священные правила, изложенные от святых и блаженных отец наших, то есть 318 богоносных отец, собравшихся в Никее. Такожде от отец, собиравшихся в Анкире и в Неокесарии, равно и в Гангре, кроме всего в Антиохии Сирийской, в Лаодикии Фригийской, еще же 150 отец, сошедшихся всем богохранимым и царствующим граде, и 200 отец, собравшихся в первый раз в областном граде Ефесе, и 630 святых и блаженных отец, собравшихся в Халкидоне, и от собравшихся в Сардике и в Карфагене, и еще собравшихся паки всем богоспасаемому царствующем граде, при Нектарии, предстоятеле сего царствующего града, и при Феофиле, Александрийском архиепископе. Также правило Дионисия, архиепископа Великого Града Александрии, Петра, Александрийского архиепископа и мученика, Григория, епископа Неокесарийского чудотворца, Афанасия, архиепископа Александрийского, Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийские, Григория, епископа Ниского, Григория Богослова, Антилохия Иконийского, 1 Тимофея, архиепископа Александрийского, Феофила, архиепископа того же Великого Града Александрии, Кирилл, архиепископ Александрийского, и Геннадий, патриарха всего богохранимого и царствующего града, и Фирий Киприянам, архиепископом африканской страны, и мучеником, и собором при нем бывшим изложенное правило, которое в местах предупомянутых предстоятелей, и токмо у них по преданному им обычаю сохраняемо было. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять или отменять, или кроме предложенных правил принимать и другие с подложными надписаниями, составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовать истиною. Аще же кто облечен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменить или превратить, таковы будет повинен против того правила понести эпитемию, каковое оно определяет, и через оно врачу им будет от того, в чем приткнулся. Правило третье. По елику благочестивый и христолюбивый царь наш предложил всему святому и вселенскому собору, чтобы счисляющихся в клире и другим божественные преподающих представить и чистыми, непорочными служителями и достойными мысленной жертвы великого Бога, который есть и жертва, и архиерей,
и очистите от скверны, припнувшие к ним от незаконных браков, и как по сему предмету, принадлежащие к Святейшей Римской Церкви, предлагали наблюдать и строгое правило, а подвластные престолы всего богохранимого и царствующего града, правила человеколюбия и снисхождения, то мы отечески и вместе, богоугодно совокупив то и другое воедино, да не оставим ни кротости слабою, ни строгости жестокою, особенно при таких обстоятельствах, когда грехопадение по неведению простирается на немалое число людей, согласно определяем, чтобы связавшиеся вторым браком и даже до 5 на 10 дня протекшего месяца Иоаннария, минувшего 4 индикта 6199 года, остававшиеся в порабощении греху и не восхотевшие истрезвитися от него, подлежали каноническому извержению из своего чина. Что же касается до тех, которые хотя впали в таковый грех второбрачия, однако прежде всего нашего определения полезное познали, и зло от себя отсекли, и несвойственные незаконные совокупления далече отринули, или у которых жены второго брака уже умерли, и которые притом воззрели к обращению, вновь получаясь целомудрие, и от прежних своих беззаконий вскоре отбегнув, пресвитеры ли то или диаконы, а таковых рассуждено, да удержится от всякого священного служения или действования, пребывая под епитимьей некоторое определенное время, очисти седалище и стояние, да пользуется, довольствуясь председанием и платье пред Господом, да простит им грех неведения. Ибо несообразно было бы благословлять и другого тому, кто должен врачевать свои собственные язвы. Сочетавшихся же с единой женой, аще поята ими была вдовица, подобно и тех, которые по рукоположению приобщились к единому браку, то есть пресвитеров, диаконов и подиаконов, по устранению от священнослужения на некое краткое время и по епитимии, паки восстановлять и на свойственной им степени, с возбранением возводить их на иные высшие степени. И притом явно по расторжении неправильного сожития. Но сие постановили мы для тех, которые, как сказано, до 5 на 10 дня месяца Иоаннария 4 индикта облечены в вышеозначенных винах, и токмо для священных лиц. А отныне же определяем и возобновляем правило, которое гласит: кто по крещении двумя браками обязан был или наложницу имел, тот не может быть епископом ни пресвитером, ни диаконом, ни же вообще в списке священного чина. Апостольское правило 17. Так же взявший в супружество вдову, или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или позорищную, не может быть епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни же вообще в списке священного чина. Апостольское 18. Правило 4. Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, или предверник, с женой Богу посвященную совокупиться, да будет извержен из своего чина, яко Христову невесту поругавший. Аще же мирянин да будет отлучен от общения церковного. Правило 5 6 Вселенского. Никто из священного чина, который не имеет при себе живущих лиц, бесподозрительных, означенных в правиле, третье правило Первого Вселенского Собора, да не возьмет к себе женщины или рабыни, сохраняя себя через сие от нарекания. Аще же кто определенное нами приступит, да будет извержен. Сие же самое да соблюдают и скопцы, предохраняя себя от порицания. А приступающие сии аще будут из клира, да будут извержены, аще же мирские, да будут отлучены. Правило 6. Понеже речено в апостольских правилах, яко из производимых в клир безбрачных, токмо чтецы и певцы могут вступать в брак,
апостольское правило, 26-е. То и мы, соблюдая сие, определяем, да отныне ни ипподиакон, ни диакон, ни пресвитер, ни не имеет позволения по совершении над ними рукоположения вступать в брачное сожительство. Аще же дерзнет сие учините, да будет извержен. Но аще кто из поступающих в клир восхочет сочетаться с женою по закону брака, таковы да творит сие прежде рукоположение во ипподиакона, или в диакона, или во пресвитера. Правило седьмое. По елику мы уведали, что в некоторых церквах диаконы имеют церковные должности, и посему некоторые из них, попустив себе дерзость и своеволие, предсидят пресвитерам. Того ради определяем диакону, аще бы имело достоинство, то есть какую-либо церковную должность, не занимать место выше пресвитера, разве когда, представляя лицо своего патриарха или митрополита, прибудет во иной град для некоего дела, ибо тогда, яко занимающий его место, будет почтен. Аще же, кто с насилием и наглостью дерзнет сие творить, и таковые, быв низведен от своего степени, да будет последний из всех в том чине, которым он сопричисляется в своей церкви. Понеже Господь наш, не любите председание, убеждает в учении, предложенному святого евангелиста Луки, от лица самого Господа нашего и Бога. Ибо он к званым глаголил таковую притчу. И когда зван будешь идти на брак, не сяди на преднем месте, и да, кто честнее тебе будет званых. И пришед, и же тебе звал Ионова, речете, дашь всему место, и тогда начнешь со стыдом последнее место держать. Но когда зван будешь, сядь на последнем месте. Да когда придет звавший и скажет тебе, друг, сядь выше, тогда будет тебе слава перед возлежащими с тобою. Ибо всякий возносящийся смирится, и смиряющийся вознесется. Лука 14:7. Сие же самое дособлюдается и в прочих степенях священного чина, ибо мы ведаем, что достоинство или должности духовное превосходнее должностей, относящихся к миру. То есть должность пресвитера важнее должности великого эконома или евдика. Правило восьмое. Установленные святыми отцами нашими, желая и мы во всем сохранять, возобновляем такожде и правило 4 Вселенского 19. Повелевающие быть ежегодно собором епископов каждой области, там, где епископ митрополии усмотрит за лучшее. Но как по причине набегов варваров и по иным случайным препятствиям предстоятели церквей не имеют возможности составлять соборы дважды в году, то рассуждено для могущих, как вероятно возникать и церковных дел, в каждой области всемерно быть и соборов усреченных епископов единожды в лето, между святым праздником Пасхи и между исходом месяца Октоврия каждого лета, в том месте, которое, как выше речено, изберет епископ митрополии, а епископам, которые не придут на собор, хотя находятся в своих градах, и притом пребывают в здравии, свободны от всякого необходимого неотложного занятия, братолюбно изъявите прещение. Правило девятое. Никакому клирику не позволяется содержать корчемницу, ибо аще не позволено таковому входить в корчемницу, то корми пасе служить воной другим и упражняться в том, что ему неприлично. Аще же кто либо таковое соделает, или да пристанет, или да будет извержен. Правило десятое шестого вселенского. Епископ или пресвитер или диакон, взимающий лихвы, или так именуемые сотые, или да пристанет, или да будет извержен. Правило одиннадцатое. Никто из принадлежащих к священному чину или из мирян,
Отнюдь не должен ясти о пресноке, даваемой иудеями, не вступайте в содружество с ними, ни в болезнях призывайте их, и в расчества принимайте от них, ни в банях купно с ними мытите. А если же кто дерзнет сие творите, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. Правило 12. Дошло до сведения нашего и то, что в Африке и Ливии и в иных местах некоторые из там осущих боголюбезнейших предстоятелей епископов и по совершившимся над ними рукоположении не оставляют жить и купно своими супругами, полагая тем притыкание и соблазн другим, имея оба великое тщание, дабы все устроять ей к пользе порученных паств, признали мы за благо, да не будет отныне ничего такового. Сие же глаголим не ко отложению или провращению апостольского законоположения, но прилагая попечение о преуспеянии людей на лучшее и о том, да не допустим какого-либо нарекания на священное звание. Ибо глаголит божественный апостол: «Вся во славу Божию творите, беспрекновенны бывайте иудеям и еленам и церкви Божией, яко же и аз во всем всем угождая, не ища своей пользы, но многих да спасутся. Подражателем не бывайте, как я Христу». 1 Коринфянам 10:31-11. «Аси же кто усмотрен будет сие творящий, да будет извержен». Правило 13. Понеже мы уведали, что в Римской Церкви в виде правила предано, чтобы те, которые имеют быть и удостоены рукоположения диакона или пресвитера, обязывались не сообщаться более со своими женами, то мы, последуя древнему правилу апостольского благоустройства и порядка, соизволяем, чтобы сожитие священнослужителей по закону и впредь пребывало ненарушимым, отнюдь не расторгая союза их с женами и не лишая их взаимного в приличное время соединения. Итак, аще кто явится достойным рукоположением иподиакона или водиакона или вопресвитера, таковому отнюдь да не будет препятствием к возведению на таковую степень сожития с законной супругою. И от него во время поставления да не требуется обязательства в том, что он удержится от законного сообщения с женою своею. Дабы мы не были принуждены сим образом оскорбить Богом установленный и им в его пришествие благословенный брак. Ибо глас Евангелия вопиет, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И апостол учит: брак честен и ложа не скверна. Евреям 13:4. Так же привязался и си жене, не ищи разрешения. 1 Коринфянам 7:27. Знаем же, что и в Карфагене собравшиеся, имея попечение о чистоте жизни священнослужителей, положили, чтобы и подиаконы, прикасающиеся к священным таинствам, и диаконы, и пресвитеры, в свои урочные времена воздерживались от сожительниц своих. Таким образом, и от апостолов преданное, и от самой древности соблюдаемое, и мы подобно да сохраним, зная время всякой вещи, и наипаче поставим молитвы. Ибо предстоящим алтарю, в то время, когда приступает к святыне, подобает быть и воздержанными во всем, да возмогут получить от Бога в простоте просимое. Аси же кто, поступая вопреки апостольским правилам, дерзнет кого-либо из священных, то есть пресвитеров или диаконов, или подиаконов, лишать союза и общения с законной женою, да будет извержен. Подобно аси, кто пресвитер или диакон под видом благоговения изгонит жену свою, да будет отлучен от священнослужения, а пребывая непреклонным, да будет извержен. Правило 14. Правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем,
дабы во пресвитера прежде 30 лет не рукополагать. Аще бы человека весьма достоин был, но отлагает до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет да не поставляется. Правило 15 6 Вселенского. И по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Аще же кто, в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Правило 16. По Енику в книге Деяний апостольских предано, яко 7 диаконов поставлено от апостолов. Отцы же некие Кесарийского собора в постановленных ими правилах ясно рассуждали, что 7 диаконов должны быть по правилу, хотя бы то было и в весьма великом граде, удостоверяя всем книгой Деяний. Того ради мы, слечив мысль отцов с изречением апостолов, обрели, что у них было слово не о мужах, служащих таинством, но о служении в потребностях трапез. Ибо в книге Деяний написано так: «В одних оных, умножившимся учеником, бысь роптание еленов к евреям, яко презираем и буваху во вседневном служении вдовицы их, призвавши же 12 множество ученик, сказали, не угодно есть нам, оставив Слово Божие, служить трапезом. Усмотрите же, братья, мужи, от вас свидетельствованы 7, исполненных Духа Святого и премудрости, и же поставим над службой сею. Мы же в молитве и служении Слово прибудем. И угодно было Слово сие перед всем народом. Избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, пришельца Антиохийского, их же поставили перед апостолами». Деяния 6 глава. «Сие изъясняя учитель церкви Иоанн Златоустый, так и беседует. Удивление достойно, как и не разделился народ при избрании мужей, как не отринуты им апостолы. Но должно ведать, и какое достоинство имели сии мужи, и какое прияли рукоположение. Степень ли диаконов, но оно и не было в церквах, в должность ли пресвитеров, но еще не было никакого епископа. А токмо были одни апостолы, всего ради думаю, что ни имя диаконов, ни пресвитеров не было известно и употребительно. На основании всего и мы проповедуем, якобы вышеречённые 7 диаконов не должны приемлемы быть и за служителей таинством по изложенному учению, но суть те, которым поручено было домостроительство для общей потребности тогда собранных, и они были для нас всем случаем образцом человеколюбия и попечения о нуждающихся». Правило 17. «Понеже клирики различных церквей, оставив свои церкви, в коих они поставлены, перешли к иным епископам, и без воли своего епископа определенной в чужих церквах, и через сие они оказываются непокоривыми, того ради определяем, дабы от месяца януаря минувшего 4-го индикта никто из клириков, какой бы степени кто ни был, не имел права без увольнительной от своего епископа грамоты определен быть и к иной церкви, не соблюдающие сего отныне, но постыжающие собой совершившего над ним рукоположение, да будет извержен и сам, и неправильно приявший его». Правило 18. Клирикам по причине нашествия варваров или по иному какому обстоятельству, оставившим свои места, повелеваем, когда обстоятельства или варварские нашествия, бывшие причиной удаления их, прекратятся, паки в свои церкви возвращайтесь, и он их не оставляйте надолго без причины. А если же кто прибудет в отсутствие, не согласно с настоящим правилом, да будет отлучен, доколе не возвратится к своей церкви.
Тому же самому да подвергается и епископ его удерживающий. Правило 19. Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаси же во дни воскресные, поучать и весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отец. Если будет исследуемо слово Писание, то не инако да изъясняет оное, разве как изложили светила и учители церкви в своих писаниях. И сими более да удовлетворяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклонитесь от подобающего. Ибо через учение вышеречённых отец люди, получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут недугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение». Правило 20 6 Вселенского собора. Да не будет позволено епископу во ином граде, не принадлежащим ему, всенародно учить. Аще же кто усмотрен будет творящий сие, да пристанет от епископства и да совершает дела пресвитерства. Правило 21. Оказавшиеся виновными в преступлениях, противных правилам, и за сие подвергнутые совершенному и всегдашнему извержению своего чина, и в состоянии мирян изгнанные, аще, приходя добровольно в раскаяние, отвергают грех, за который лишились благодати, и отоново совершенно устраняют себя, да стригутся по образу клира. Аще же самопроизвольно не пожелают того, да растят волосы, подобно мирянам, яко предпочетшие обращение в мире жизни небесной. Правило 22. Во епископы или в какую бы то ни было степень клира, поставляемых за деньги, а не по испытанию и избранию за образ жизни, повелеваем извергать их, так же и тех, коими они поставлены. Правило 23. Никто из епископов или пресвитеров или диаконов, преподая пречистое причастие, да не требует от причащающегося за таковое причащение денег или чего иного. Ибо благодать непродаема, и мы не за деньги преподаем освящение духа, но неухищренно должно преподавать оное достойным всего дара. Аще же кто из числящихся в клире усмотрен будет требующим какого-либо рода воздаяния от того, кому преподает пречистое причастие, да будет извержен, яко ревнитель Симонова заблуждения и коварства. Правило 24. Никому из числящихся в священном чину, ни монаху, не позволяется ходить и на конские ристалища, или присутствовать и на позорищных играх. Если кто из клира зван будет на брак, то при появлении игр, служащих к обольщению, да восстанет, и тотчас да удалится. Ибо так повелевает нам учение отец наших. Если же кто облечен будет всем, или да пристанет, или да будет извержен. Правило 25. Вместе со всеми прочими возобновляем и то правило 4-го Вселенского собора 17, которое заповедует, чтобы по каждой церкви приходы, сущие в селах или предградиях, неизменно оставались под властью правящих ими епископов. И наипаче, если сии в продолжении 30 лет бесспорно имели оное в своем ведении и управлении. Аще же не далее 30 лет был или будет о них какой спор, то позволительно почитающим себя обиженными начать о том дело пред областным собором.
правило 26. То есть ветер, по неведению обязавшийся неправильным браком, пресвитерским седалищем пусть пользуется, согласно с тем, как законоположено нам в священном правиле, Неокесарийский собор, правило 9. А против же действий пресвитерских да удержится, ибо таковому довольно прощение. Благословлять же другого, долженствующему врачевать и собственные язвы, не подобает. Ибо благословение есть преподание освящения, но кто сего не имеет по причине греха неведения, тот как преподаст другому? Того ради да не благословляет ни всенародно, ни особь, и да не разделяет другим тело Господне, ниже иное служение да совершает, но довольствуясь священнослужительским местом, да просит со слезами Господа отпустите ему грех неведения. Само же по себе явствует, яко таковый неправильный брак разрушится, и муж отнюдь не будет иметь сожительства с той, через которое лишился священнодействия. Правило 27. Никто из чистящихся в клире да не одевается в неприличную одежду, не пребывая в ограде, не находясь в пути, но всякий из них да употребляет одежды, уже определенные для состоящих в клире. Аще же кто учинит сие, на едину седмицу да будет отлучен от священнослужения. Правило 28. Понеже уведали мы, что в различных церквах по некоему усилившемуся обычаю виноград к алтарю приносится, и священнослужители, соединяя он и с бескровной жертвой приношения, сим образом обоя купно разделяет народу. Того ради необходимым признаем, да никто из священнослужителей впредь всего не творит. Но да преподают народу едино приношение, вожатворение и грехов отпущения. Приношение же винограда священники да приемлют яко начатки, и благословляя он и особо, да преподают просящим во благодарение подаятелю плодов, коими по определению Божию тела наши возвращаются и питаются. Аще же кто из клира учинит вопреки заповеданному, да будет извержен от своего чина. Правило 29. Правило отец Карфагенского собора повелевает, дабы священнодействие алтаря, разумеется, божественная литургия, совершаемо было не иначе, разве людьми не ядшими, кроме единого в году дня, в который вечере Господне совершается. Карфагенский собор, правило 48. Святые отцы оные, может быть, по некоторым местным причинам полезным для церкви учинили такое распоряжение. А понеже нас ничто не побуждает оставить и благоговейную строгость, то по следу апостольским и отеческим преданиям определяем, яко не подобает четыре десятницу, четверток последней седмицы, разрешать и пощение, и тем всю четыре десятницу бесчествовать. Правило 30 6 Вселенского. Желая вся творить и к созиданию церкви, рассудили мы и в иноплеменнических церквах обретающихся священников благоустроите. Того ради, аще они задолженные вменяют, далее поступайте апостольского правила 5, запрещающего изгонять и жену свою под видом благоговения и более установленного творите мнят. И сего ради по согласию со своими супругами удаляются от сообщения друг с другом. Определяем, да не имеют более сожительства с оными, ни под каким видом, дабы сим образом явили они нам совершенные доказательства своего обета. Сие же попустили им не ради чего иного, разве токмо ради малодушного помысла их и еще чуждых и неблагоустроенных нравом. Правило 31. Определяем, чтобы священнослужители, священнодействующие или крещающие в молитвенных храминах, находящихся внутри домов, творили сие не иначе, как по изволению местного епископа. Того ради
Аще который клирик не будет соблюдать из сего таковым образом, да будет извержен. Правило 32. До сведения нашего дошло, что в армянской стране совершающие бескровную жертву приносят на святой трапезе единое вино, не растворяя оного водою. Приводя в свое оправдание учителя церкви Иоанна Златоустого, который в толковании на Евангелие от Матфея глаголит сие: «Чего ради не воду пил воскресший Господь на вино? До того, да с корнем исторгнет иную нечестивую ересь. Ибо как суть некие, употребляющие в таинстве воду, того ради указует, яко вино употребил и тогда, когда таинство преподавал, и по воскресении, когда предлагал простую трапезу без таинства, и указуя на сие глаголит от плода лозного». Матфея 26-29. Лоза же виноградное вино, а не воду производит. Из сего выводит, якобы сей учитель отвергает присоединение воды во святом жертвоприношении. Того ради, дабы таковые не были отныне одержимы неведением, мы открываем православное разумение сего отца. Понеже существовала древняя злая ересь идропарастатов, то есть водоприносителей, которые в своем жертвоприношении вместо вина употребляли единую воду, то сей богоносный муж, опровергая беззаконное учение таковой ереси и показывая, что они идут прямо против апостольского предания, употребил выше приведенные слова. Ибо и он в своей церкви, над коей верено было ему пасторское правление, предал присоединять к вину воду, когда надлежит совершать бескровную жертву, указывая на соединение крови и воды из пречистого ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога истекшее, к оживотворению всего мира и к искуплению от грехов. И во всех церквах, где сияли духовное светило, сей Бога преданный чин сохраняется. Понеже и Иаков, Христа Бога нашего по плоти брат, коему первому верен престол Иерусалимской церкви, и Василий Кесарийский церкви архиепископ, коего слава протекла по всей вселенной, письменно предав нам таинственное священнодействие, положили в божественной литургии из воды и вина составлять и святую чашу. И в Карфагене собравшиеся преподобные отцы сии точно слова изрекли: да не приносится во святом таинстве ничто более точию тела и кровь Господня, яко же и сам Господь предал, то есть слепое вино водой растворенное. Аще же кто епископ или пресвитер творит не по преданному от апостолов чину, и воду с вином не соединяя, сим образом приносит пречистую жертву, да будет извержен, яко несовершенное таинство возвещающий и преданное нововведением повреждающий. Правило 33. Понеже мы уведали, что в армянской стране приемлется в клир токмо те, кои суть из священнического рода, в чем иудейским обычаям последует так отворить и предприемлющие. Некоторые же из таковых, и не получив священнослужительского пострижения, поставляются священно-певцами и чтецами божественного храма, то полагаем, да не будет отныне позволено желающим возвести некоторых в клир впредь взирать и народ производимого, но испытывая, достойны ли они, по изображенным в священных правилах определениям, быть и сопричисленными к клиру, да производит их служителей церкви, хотя бы они происходили от посвященных предков, хотя бы нет. Так аж никому да не будет позволено сам воно возглашать и божественные словеса народу по чину сопричтенных к клиру, разве кто будет удостоен посвящения с пострижением и получит благословение от своего пастыря согласно с правилами. Аще же кто усмотрен будет творящим вопреки предписанному, да будет отлучен. Правило 34. Понеже священное правило 4 Вселенского, 18, ясно возвещает и сие, что преступление самоумышления или составление скопища и внешними законами совершенно воспрещено,
Много же паче надлежит воспретите, да не бывает сие в церкви Божией. То и мы чтимся соблюдайте, да аще некие клирики или монахи усмотрены будут вступающими в соумышление или скопище, или строящими ковы епископом, или соклириком, совсем да не извергается со своего степени. Правило 35 6 Вселенского. Да не будет позволено никому из митрополитов по смерти епископа, подвластного его престолу, отнимать или присвоять имение его или церкви его. Но да состоит оно под охранением клира той церкви, коей предстоятелем был представившийся, даже до произведения иного епископа. Разве когда не останется клириков в оной церкви? Тогда митрополит да соблюдает он в целости и все да предаст епископу, который поставлен будет. Правило 36. Возобновляя законоположенное 150 святыми отцами, собравшимися всем богохранимым и царствующим граде, Второй Вселенский собор, правило 3, и 630 собравшимися в Халкидоне, Четвертый Вселенский, правило 28, определяем, да имеет престол Константинопольский равные преимущества с престолом Древнего Рима, и якоже сей да возвеличивается в делах церковных, будучи вторым по нем. После же оного дочислится престол великого града Александрии, потом престол Антиохийский, а затем престол града Иерусалима. Правило 37. Понеже в разные времена были варварские нашествия, оттого множайшие грады соделали порабощенными беззаконным, и по сей причине предстоятели такового града невозможно было по совершении над ним рукоположения приять свой престол. Утвердитеся на нем в состоянии священноначальственном, и так по преданному обычаю рукоположения, и все, что епископу свойственно производите и совершате, того ради мы, соблюдая священству честь и уважение, и желая, чтобы порабощение от язычников отнюдь не действовало ко вреду церковных прав, постановили, да так о рукоположенной и повыше изложенной причине на свои престолы не вступившие, не подлежат за сие предосуждению. Почему и рукоположения в разной степени клира по правилам да совершают и преимуществом председания сообразно своему пределу да пользуются, и всякое происходящее от них начальственное действие да будет признаваемо твердым и законным, ибо нуждой времени и препятствиями в соблюдении точности не должны стесняемы быть и пределы управления. Правило 38. Отцами нашими положенное сохраняем и мы правило, гласящее така. Аще царской власти вновь устроен, или впредь устроен будет град, то гражданским и земским распределением доследует и распределение церковных дел. 4 Вселенский, 17. Правило 39. Понеже брат и сослужитель наш Иоанн, предстоятель острова Кипра, купно со своим народом по причине варварских нашествий, и дабы освободитесь от языческого рабства и верно покорствуете скипетру христианнейшей державы, из упомянутого острова приселился в Гелеспонскую область промышлением человеколюбивого Бога и тщанием христолюбивого и благочестивого царя нашего, то мы постановляем, да будут сохранены неизменными преимущества, данные престолу выше наименованного мужа от богоносных отец, в Ефесе некогда собравшихся, да имеет новый и Устинианополь права Константинополя и учреждаемый воном боголюбезнейший епископ да начальствует над всеми епископами Гелеспонской области, и да будет постановляем от своих епископов по древнему обычаю, ибо и богоносные отцы наши рассудили, да будут соблюдаемы обычаи каждой церкви, и епископ града Кизического подчиняется предстоятелю реченного Иустинианополя по примеру всех прочих епископов, подвластных вышереченному, боголюбезнейшему предстоятелю Иоанну,
от которого, когда потребно будет, и самого физика града епископ да поставляется. Правило 40-е, 6-го Вселенского. Понеже прилепляйтесь Богу через удаление от молвы житейские, весьма спасительно, то мы должны не без испытаний безвременно принимать и избирающих житие монашеское, но и в отношении к ним соблюдать и преданное нам от Отец постановление. И всего ради должно принимать и обет жизни по Бозе, яко уже твердый и происходящий от ведения и рассуждения после полного раскрытия разума. И так, намеревающийся вступить и под иго монашество, да будет не менее как десятилетний, но и для такового власти начальствующего состоит рассмотрение, не признает ли он за полезнейшее продолжить ему время пред введением в жизнь монашескую и утверждением воной. Ибо хотя великий Василий в священных его правилах закона полагает, чтобы добровольно посвящающий себя Богу и избирающий девство по исполнении ей 17 лет сопричислять к чину дев, однако мы, последуя примеру правила в давицах и диаконисах, по соответствии определили для избравших житие монашеское вышереченное число лет. Ибо у божественного апостола предписано 60 лет вдовицу избирать в церкви, 1 Тимофея 5:9. А священное правило предали диаконису поставлять 40 лет, понеже усмотрено, яко церковь благодатью Божией прияла большую крепость и приспияние, и верные в соблюдении божественных заповедей твердо и благонадежны. Сие и мы, совершенно уразумев, сообразно с ним определили, намеревающегося начать и подвиги по Бозе, скоро знаменати благословением благодати, яко некой печатью, сим самым с поспешества ему не коснете долго, ниже колебатися, паче же и поощряя его к избранию добра и ко утверждению воном. Правило 41. Желающие в оградах или селениях удаляйтесь от затворы и себе в уединении внимайте, должны первые входить в монастырь, приобучайтесь к житию отшельническому, повиновайтесь в течение 3 лет начальнику обители в страхе Божием, и во всем, якоже подобает послушание исполняйте, и так и изъявляйте свое произволение на таковую жизнь». Испытывайтесь от местного настоятеля, от всего ли сердца добровольно прилепляется к оной. Посем и еще в продолжении года должны терпеливо прибыть и вне затвора, дабы паче намерение их открылось. Ибо тогда они подадут совершенное удостоверение в том, яко не ради искания тщетной славы, но ради самого истинного блага стремятся к всему безмолвию. По исполнению же таколикого времени, аще прибудут в том же намерении, доступает в затворничество, но им уже не позволяется исходить по произволению из такового пребывания, разве когда сего потребует общественное служение или польза, или иная нужда, притящая даже смерти, и то с благословением местного епископа. Дерзающих же безвещенных правил исходите из своих обитаний, во-первых, заключайте в упомянутом затворе и противу желания их, потом постами и иными строгостями их исправляйте, понеже ведаем, яко по реченному в Писании, никто же, возложивший руку свою на рало и обрящийся вспять, управлен есть в Царствие Небесное. Правило 42. О именуемых пустынниках, которые в черных одеждах и с отращенными волосами обходят грады, обращаясь посреди мирских мужей и жен, и бесславят обет свой, определяем, аще восхотят, постригши волосы, приять и образ прочих монашествующих, то определяйте их в монастырь и причисляйте их братьям. Аще же не пожелает сего, то совсем изгонять их из градов и жить им в пустынях, от коих и именование себе составили. Правило 43. Позволительно христианину избрать и подвижническое житие,
и по оставлении многомятежной бури житейских дел вступите в монастырь, и постригшися по образу монашескому, аще бы и облечен был в каком-либо грехопадении. Ибо Спаситель наш Бог рек грядущего ко мне не изгоню вон. Понеже бы монашеское житие изображает нам жизнь покаяния, то искренне прилепляющегося к оному одобряем, и никакой прежний образ жизни не воспрепятствует всему, исполните свое намерение». Правило 44. Монах, облеченный в любодеянии или поемлющий жену в общение, брака и сожитие, да подлежит по правилам эпитимии блудодействующих. Правило 45 6 Вселенского. Понеже мы уведали, яко в неких женских монастырях, приводящие имеющих сподобитесь оного священного образа, первые облекают их шелковыми разноцветными одеждами, еще же и украшениями, испещренными златом и драгоценными камнями, и с приступающих таким образом к алтарю снимают столь великолепные одеяния, и в тот же час над ними совершается благословение образа монашеского, и их облекают в черные одеяния, того ради определяем, да отныне сего отнюдь не бывает». Ибо неблагоприлично, что по собственному произволению, отложившая уже всякую приятность житейскую, возлюбившая жизнь по Бозе, утвердившаяся воной непреклонными мыслями, и так к монастырю приступившая, через таковое тленное исчезающее украшение возвратилась к воспоминанию о том, что уже предала забвению, и от сего явилась бы колеблющаяся и возмутилась в душе по подобию волн потопляющих и туда и сюда вращающих, так что иногда и проливая слезы, не являет она тем сердечного сокрушения. Мать якоже свойственно есть, и упадет малая некая слеза, то и сия видящим возмнится происходящее не толико от усердия к подвигу монашескому, калико от разлучения с миром и с тем, что в мире. Правило 46. Избравшее подвижническое житие, определенное в монастыре, отнюдь день да не исходит, аще же неизбежная некая нужда побудит их к сему, да делают сие по благословению и соизволению настоятельницы. Но и тогда исходите должны не одни сами по себе, а с некоторыми старицами и с первенствующими в монастыре, по повелению игумении. Обнощевать же вне монастыря совсем не позволяется им. Такожде и мужи, проходящие житие монашеское, да исходят, когда настоит нужда по благословению того, кому верено начальство. Посему те, кои приступают сие нами ныне постановленное определение, мужи или жены, да подвергнутся приличным эпитимиям. Правило 47. Ни жена в мужском монастыре, ни муж в женском, да не спит, ибо верные должны быть чужды всякого преткновения и соблазна, и благоучреждать и жизнь свою сообразно с благоприличием и благоприступанием ко Господу. 1 Коринфянам 7.35. Аще же кто сие учинит, клирик ли или мирянин, да будет отлучен. Жена производимого епископское достоинство, предварительно разлучаясь с мужем своим по общему согласию, по рукоположению его во епископа, да вступит в монастырь, далеко от обитания сего епископа созданный, и да пользуется содержанием от епископа, аще же достойно явится, да возведется и в достоинство диаконисы. Правило 49. Возобновляя сие священное правило 4 Вселенского, 24, определяем, дабы единожды освященные по изволению епископа монастыри пребывали навсегда монастырями, и принадлежащее он им имение соблюдалось монастырю, и дабы оные уже не могли быть мирскими обиталищами, и никем не могли быть преданы мирским человеком. Аще же доныне сие и случалось с некими из оных, то определяем, да отнюдь не будут удерживаемы.
Дерзающие же от настоящего времени творите сие, да подлежат эпитимии по правилам. Правило 50-е, 6-е Вселенского. Никто из миренных лириков впредь да не предается предосудительной игре. Аще же кто усмотрен будет творящим сие, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного. Правило 51-е. Святой Вселенский Собор сей совершенно возбраняет быть и смехотворцем и их зрелищем, так аж и зрелище звериное творите, и плясание на позорище. Аще же кто настоящее правило презрит и предастся которому-либо из сих возбраненных увеселений, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного. Правило 52-е. Во все дни поста святые Пятидесятницы, кроме субботы и недели, и святого дня Благовещения, святая литургия добывает не иная, как прежде священных даров. Правило 53. Понеже сродство по духу есть важнее союза по телу, а мы уведали, что в неких местах некоторые восприемлющие детей от святого спасительного крещения после сего поступают в брачное сожительство с матерями их вдовствующими, то определяем, дабы от настоящего времени ничто таковое не было творимо. Аще же, которые по настоящим правилам усмотрены будут творящими сие, таковые, во-первых, да отступят от всего незаконного супружества, потом да будут подвергнуты эпитимии любодействующих. Правило 54. Божественное Писание ясно научает нас, да не приступишь ко всякому ближнему плоти своей, открыти срамоту его. Левит 18.6. Богоносный Василий в правилах своих некоторые из запрещенных браков исчислил, а весьма многие пришел молчанием и через то и другое устроил нам полезное. Ибо избегая множества постыдных именований, дабы таковыми названиями не сквернить и слово, он означил нечистоты общими наименованиями, через кое показал нам беззаконные браки в общем виде. Но понеже через таковое неразличительное запрещение беззаконных браков естество само себя смешивало, то мы признали нужным открыть и изложить сие, и определяем отныне, аще кто совокупляется в общение брака со своей двоюродной сестрой, или аще отец и сын с матерью и дочерью, или с двумя девами, с сестрами отец и сын, или с двумя братьями, матерью и дочерью, или два брата с двумя сестрами, да подвергаются правилу седьмилетней эпитимии, явно по разлучении их от беззаконного сопружества. Правило 55 6 Вселенского. По елику мы уведали, как обитающие в ограде Риме во святую Четыридесятницу в субботу ее постятся, вопреки преданному церковному последованию. То святому собору угодно, да и в римской церкви ненарушимо соблюдается правило глаголющее. Аще кто из клира усмотрен будет во святой день Господень или в субботу постящимся, кроме единой токма. Да будет извержен, аще же мирянин, да будет отлучен. Апостольское правило 64. Правило 56. Уведали мы также, яко в армянской стране и в иных местах в субботы и воскресные дни Святой Четыридесятницы едят некоторые сырые яйца. Того ради за благо призванное сие, да Церковь Божия по всей вселенной, следуя единому чину, совершает пост и воздерживается, яко же от всякого заколаемого, так же от яиц и сыра, которые суть, плод и произведение того, от чего воздерживаемся. Аще же всего не будут соблюдать, то клирики да будут извержены, а миряне да будут отлучены. Правило 57. Не подобает приносить к алтарю мед и молоко. Правило 58. Никто из состоящих в разряде мирян да не преподает себе божественные тайны, когда есть епископ или пресвитер или диакон.
Дерзающий же на что-либо таковое, как поступающий против чиноположения, на едину неделю да будет отлучен от общения церковного, вразумляясь тем, не мудрствовать и паче, еже подобает мудрствовать и. Римлянам 12.3. Правило 59. Крещение да не совершается в молитвеннице, внутри дома обретающейся, но хотящий удостоитесь и пречистого просвещения к кафолическим церквам да приходит, и там сего дара досподобляются. Аще же кто обличен будет не хранящим постановленного нами, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. Строгость сего правила в случаях необходимых и несомнительных облегчать дана власть епископу 31-м правилом этого же собора. Правило 60-е 6-го Вселенского. По елику апостол вопиет, яко прилепляющийся Господу един дух есть с Господом, 1 Коринфянам 6.17, то явно есть, яко и противнику себе усвояющий бывает едино с ним по общению. Посему рассуждено, лицемерно беснующихся и таковый образ действий по злости нравов притворно на себя приемлющих, наказывайте всяким образом и подвергайте их таким же суровствам и трудам, каковым подлинно беснуемые ради освобождения от демонского действия праведно подвергаются. Правило 61. Предающийся волшебникам или так именуемым стоначальникам, так назывались старейшие волхвы, или другим подобным, дабы узнать от них, что восхотят им открыть, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней эпитемии. Той же эпитемии надлежит подвергать и тех, которые водят медведиц или иных животных на посмешище и на вред простейших, и, соединяя обман с безумием, произносят гадания о счастье, о судьбе, о родословии и множество других подобных толков, равно и так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов и колдунов, закосневающих же всем и не отвращающихся, и не убегающих от таковых пагубных языческих вымыслов, определяем совсем извергать из церкви, как и священные правила повелевают. Ибо кое общение свету ко тьме, яко же глаголит апостол, или какое сложение церкви Божией с идолами, или какая часть верному с неверным, какое согласие Христа с Велиаром, 2 Коринфянам 6.14. Правило 62. Так называемая календы Вота Врумалия. Пояснение. Под именем календ запрещается празднование первого дня каждого месяца с обрядами и увеселениями от язычества происшедшими. Под именем Вота остатки языческого празднования в честь Пана. Под именем Врумалия – остатки празднования в честь языческого божества Диониса или Вакха, коего одно из прозваний есть Врумий. И народное сборище в первый день месяца марта желаем совсем исторгнуть из жития верных. Также всенародные женские плясания, великий вред и пагубу наносить и могущее, равные в честь богов, ложно так еленами именуемых, мужеским или женским полом производимые плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому христианского жития обычаи совершаемые, отвергаем и определяем. Никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную, не носить личин комических или сатирических или трагических, при давлении винограда в точилах не возглашать гнусного имени Диониса, и при вливании вина в бочки не производить смеха, и по невежеству или в виде суеты не делать того, что принадлежит бесовской прелести. Посему тех, которые отныне, зная сие, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, аще суть клирики повелеваем извергать из священного чина, аще же миряне отлучать от общения церковного. Правило 63.
повести о мучениках, врагами истины лживо составленные, дабы обеславить Христовых мучеников и слышащих привести к неверию, повелеваем не обнародовать в церквах, но предавать оное огню, приемлющих же оное или внимающих оным, как будто истинным, анафематствуем. Правило 64. Не подобает мирянину перед народом произносить слово или учить, и так брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова, и от них поучаться божественному. Ибо в единой церкви разные члены сотворил Бог по слову апостола. 1 Коринфянам 12:27, который, изъясняя Григорий Богослов, ясно показывает находящийся в них чин глаголя. «Сей, братья, чин почтим, сей сохраним. Сей да будет ухом, а тот языком, сей рукою, а другой иным чем-либо. Сей да учит, тот да учится». И после немногих слов далее глаголит. «Учащийся да будет в повиновении, раздающий да раздает с весельем, служащий да служит с усердием. Да не будем все языком, аще и всего ближе сие, не все апостолами, не все пророками, не все истолкователями». И после неких слов еще глаголит. «По что творишь и себе пастырем, будучи овцою? По что делаешься главой, будучи ногою? По что покушаешься военачальствовать, быв поставлен в ряду воинов?» И в другом месте повелевает премудрость. «Не будь скор в словах, не распростирайся у Бог с избогатым». Екклесиаст 5.1. «Не ищи мудрых мудрейшими быть. Аще же, кто усмотрен будет нарушающим настоящее правило, на 40 дней да будет отлучен от общения церковного». Правило 65. «В новомесячие возжигание некоторыми пред своими лавками или домами костров, через кое по некому старинному обычаю безумно скачет, повелеваем отныне упразднить. Посему, аще кто учинит что-либо таковое, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. Ибо в 4 книге Сарс написано, и сотворим она сей алтарь всей силе небесной на 2 дворах дома Господня, и проводил сынов своих через огонь, и вражашей волхвование творяши, и сотвори чревовещатели и волшебницы, умножи творите лукавое пред очима Господними, еже прогневайте его». 4 Царств 21.5. Правило 66 6 Вселенского. «От святого дня воскресения Христа Бога нашего и до недели новой во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмах и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя во Христе, и чтению божественных писаний внимая и святыми тайнами наслаждаясь, ибо таким образом со Христом купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные дни да не бывает конское рестание или иное народное зрелище». Правило 67. «Божественное Писание заповедало нам воздерживаться от крови и удавленины и блуда». Деяние 15.29. «Посему ради лакомствующего чрева, кровь какого бы то ни было животного, каким-либо искусством приуготовляющих снеть и так оную едущих, благорассмотрительные питьями подвергаем. Ащеба кто отныне ясти будет кровь животного каким-либо образом, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен». Правило 68. «Книги Ветхого и Нового Завета, так же святых и признанных наших проповедников и учителей, никому не позволяется повреждать, или книгопродавцам, или так называемым мироварцам, или иному кому-либо предавать для истребления. Разве когда от моли или от воды, или иным образом сделаются неспособными к употреблению? Кто же отныне таковое что-либо делающему смотрен будет, тот да будет отлучен на год. Равным образом таковые книги покупающие, если ни у себя не удержит он их для своей пользы, ни другому не отдаст в благодеяние и для хранения,
Но он и повреждать и дерзнет, да будет отлучен. Правило 69. Никому из всех принадлежащих к разряду мирян да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но по некоему древнейшему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхочет принести дары Творцу. Правило 70 6 Вселенского. Непозволительно женам во время божественной литургии глаголоти, но по слову апостола Павла да молчат. Не повелеся бо им глаголоти, но повиноватись, якоже и закон глаголит. Аще ли же не чесому научитесь хотят, в дому своих мужей да вопрошают. 1 Коринфянам 14:34. Правило 71. Учащиеся законом гражданским не должны употреблять еленских обыкновений или быть водимы на зрелище, или совершать так именуемые телистры. По мнению Варсамона, был род жребия, посредством которого учители разбирали по себе учеников. Или одеваться в одежду, не находящуюся в общем употреблении. Не в то время, когда начинает учение, не тогда, как он и оканчивает, не вообще в продолжении оного. А если же кто он и отныне дерзнет сие делать, и да будет отлучен. Правило 72. Не достоит мужу православному женой еретическую браком совокуплятися, ни православной жене с мужем еретиком сочетоватися. А если же усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо, брак почитать и не твердым, и незаконное сожитие расторгать. Ибо не подобает смешивать несмешиваемое, и не совокуплять с овцой волка и с частью Христовой жребий грешников. Аще же кто постановленное нами приступит, да будет отлучен. Аще некоторые, будучи еще в неверии и не быв причтены к стаду православных, сочетались между собой законным браком. Потом один из них, избрав благое, прибегнул ко свету истины, а другой остался во узах заблуждений, не желая воззреть на божественные лучи. И аще притом неверной жене угодно сожительствовать и с мужем верным, или напротив мужа неверному с женой верную, то да не разлучается по божественному апостолу. Светится муж неверный о жене, и светится жена неверна о муже. 1 Коринфянам 7:14. Правило 73. По елику животворящий крест явил нам спасение, то подобает нам всякое тщание употреблять, да будет воздаваемо подобающая честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения. Посему и мысли, и словом, и чувством поклонения ему принося, повелеваем, изображение креста, начертываемое некоторыми на земле, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашей не было оскорбляемо попиранием ходящих. Итак, отныне начертывающих на земле изображение креста повелеваем отлучать. Правило 74. Не должно в местах, посвященных Господу или в церквах, совершать так называемое трапезы братолюбия, и внутри храма есть, и ложа постилать. Сие же творите дерзающие, или да пристанут, или да будут отлучены. Правило 75 6 Вселенского. Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли бессильных воплей, не вынуждали из себя неестественного крика и не вводили ничего несообразного и несвойственного церкви, но с великим вниманием и умилением приносили псалмопение Богу, назирающему сокровенное, ибо священное слово поучало сынов Израилю быть и благоговейными. Левит 15:31. Правило 76. Никто не должен внутри священных оград корчемницу или различные снеди поставлять или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам. Ибо Спаситель наш и Бог, житием Своим, во плоти получая нас, повелел не творить дома Отца Своего домом купли. Он и пенязником рассыпал пенязи и изгнал творящих святый храм мирским местом.
Иоанн 2:15. «Посимаще, кто будет облечен в реченном преступлении, да будет отлучен». Правило 77. «Не должно священнослужителям или причетникам, или экономам мытися в бане вместе с женами, ни даже всякому христианину-мирянину, ибо сие есть первое нарекание со стороны язычников. Аще же, кто всем облечен будет, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен». Правило 78. «Готовящимся ко крещению надлежит обучаться вере, и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитерам». Правило 79. «Божественное дева рождения, якобы семенно бывшая, исповедуя безболезненным и сие всему стаду проповедуя, подвергаем исправлению творящих по неведению что-либо недолжное. Понеже оба некие по дне святого Рождества Христа Бога нашего усматривается приготовляющему хлебное печенье и друг другу предающими, акибы в честь болезни и рождения всенепорочной Девы Матери, то мы определяем, да не совершают верные ничего такового, ибо не есть сие честь Деве, паче ума и слова, плотью родившей невместимое слово, аще ее изреченное рождение определяют и представляют по примеру обыкновенного и нам свойственного рождения. Аще бы отныне усмотрен будет кто-либо так, отворящий, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен». Правило 80 6 Вселенского. «Аще кто, епископ или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но пребывая в ограде в три воскресные дни в продолжении трех седмиц, не придет в церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от общения». Правило 81. «Понеже мы уведали, яко в неких странах в Тресвятой Песне после слов Святые Бессмертные в качестве дополнения возглашает: «Распнися за ны, помилуй нас!» Но сие древними святыми отцами, как чуждое благочестие, от сия песни отринуто, купно с беззаконным еретиком, нововводителем сих слов, то и мы, прежде благочестно постановленные святыми отцами нашими учреждая, по настоящему определению таковое слово в церкви приемлющих или иным каким-либо образом к Пресвятой Песне примешивающих, анафематствуем. Яще нарушитель постановленного есть священного чина, то повелеваем обнажать его от священнического достоинства. Аще же мирянин или монах отлучать и от общения церковного». Правило 82. «На некоторых честных иконах изображается перстом предтечевым показуемый Агнец, который принят во образ благодати через закон, показуя нам истинного Агнца, Христа Бога нашего, почитая древние образы и сени, преданные Церкви, как знамение и предначертание истины. Мы предпочитаем благодать и истину, приемля оную, яко исполнение закона. Всего ради, дабы искусством живописания очам всех представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ Агнца, землющего грехи мира, Христа Бога нашего, на иконах представлять и по человеческому естеству вместо ветхого Агнца. Да через то, созерцая смирение Бога Слова, приводимся к воспоминанию жития Его во плоти, Его страдания и спасительной смерти, и сим образом совершившегося искупления мира». Правило 83. «Никто телам умерших Евхаристии да не преподает, ибо писано есть: примите, едите» Матфея 26:26. «Но тела мертвых не принимать, не есть не могут». Правило 84. «Последуя каноническим постановлениям отец, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда обретаются достоверные свидетели, несомненно утверждающие, яко крещены суть,
И когда сами они по малолетству не могут дать и потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таковое недоразумение не лишит их очищения таликую святынью. Правило 85 6 Вселенского. Мы приняли от Писания, яко при двух или трех свидетелях становится истинным всякий глагол. Второзаконие 19.15. Посему определяем, да отпускаемо от господ своих на свободу рабы, получает сие преимущество при трех свидетелях, которые своим присутствием дадут освобождение и законность и сообщат достоверность тому, что учинено. Правило 86. Тех, которые на пагубу душ собирают и содержат блудниц, аще суть клирики, определяем отлучать и извергать. Аще же миряне отлучать. Правило 87. Жена, оставившая мужа, аще пойдет за иного, есть прелюбодейца по священному и божественному Василию, который весьма прилично из пророчества Иеремии привел сие. Аще жена будет мужу иному, не возвратится к мужу своему, но осквернением осквернена будет. Иеремия 3.1. И паки. Держай прелюбодейство безумен и нечестив. Притча 18.23. Аще убо усмотрено будет, яко оставила мужа без вины, то он достоин снисхождения, а она эпитемии. Снисхождение же будет ему оказано в том, да будет он в общении с церковью. Но законно сопряженную себе жену, оставляющий иную поемлющую по слову Господа, Лука 16.18, повинен суду прелюбодеяние. Постановлено же правилами отец наших, таковым год быть и в разряде плачущих, 2 года в числе слушающих, чтения писаний, 3 года в припадающих, и в 7-й стоять с верными, и так осподобитесь и причащения, аще со слезами каять все будут. Правило 88. Никто внутрь священного храма да не вводит никакого животного. Разве кто путешествует, стесняемый величайшей крайностью, и лишенный жилища и гостиницы, остановится в таковом храме. Потому что животное не будет введено в ограду, иногда погибло бы. И сам он, потеряв животное, и потому лишася возможности продолжать путешествие, был бы подвержен опасности жизни. Ибо мы знаем, что суббота человека ради быть. Марка 2.27. И потому всеми средствами пищите должно о спасении и безопасности человека. Аще кто усмотрен будет, по вышереченному, без нужды вводящий животное во храм, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. Правило 89. Верным дни спасительного страдания в посте и молитве и сокрушении сердца провождающим подобает прекращать и пост в средние часы ночи по Великой Субботе. По елику божественные евангелисты Матфея и Лука, первые речениями «Вечер субботний», а второе речениями «Зело рано» изображает нам глубокую ночь. Правило 96-го Вселенского. От богоносных отец наших канонически предано нам не преклонять колен во дни воскресные ради чести воскресения Христова. Посему, да не пребываем в неведении, как соблюдать и сие. Мы явственно показуем верным, яко в субботу, по вечерним входе священнослужителя в алтарь, по принятому обычаю, никто не преклоняет колен до следующего воскресный день вечера, в который по входе в светильничное время паки колено преклоняясь, им образом воссылаем молитвы ко Господу. Ибо ночь по субботе, приемля предтечего воскресения Спасителя нашего, от цели духовно начинаем песни. И праздник из тьмы во свет приводим, так что с сего времени всецелую ночь и день торжествуем воскресение. Правило 91. Жен, дающих врачевства, производящие недоношение плода во чреве и приемлющих отравы, плод умерщвляющие, подвергаем эпитемии человека-убийцы.
Правило 92. Тех, кое похищает жен под видом супружества, или содействует, или помогает похитителям, определил Святой Собор, аще суть клирики не извергать и со степени их, аще же миряне предавать и анафеме. Правило 91. Жена мужа, отлучившегося и находящегося в неизвестности, прежде удостоверение о смерти его иному сожительствующее, прелюбодействует. Равные жены воинов во время безвестности мужей своих, вступающие в брак, тому же подлежат рассуждению. Подобные те, кои вступают в брак по причине удаления мужа в чужие страны, не дождавшись возвращения. Но здесь можно иметь и некое снисхождение к такому поступку, ради большого вероятия о смерти мужа. А вступившие по неведению в брак с оставленным на время своей женою, и потом по причине возвращения к нему первой жены оставленные, хотя и любодействовала, но по неведению, посему брак ей не возбранится. Но лучше аще прибудет така. Аще же по некоем времени возвратится воин, коего жена по причине долговременного отсутствия его со иным мужем сочеталась, то паки да возьмет жену свою, аще восхочет. Причем да дастся и я неведению прощения, такожде и мужу сожительствовавшему с нею во втором браке. Правило 94. Клянущийся клятвами языческими, правила эпитемии подвергает, и мы таковых отлучений определяем. Правило 95 6 Вселенского. Присоединяющихся к православию и в части спасаемых из еретиков приемлем по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, Македониан, Новатиан, именующих себя чистыми и лучшими, четыреединодесятников, и тетрадитов, и аполлинаристов, когда они дают рукописание и проклинают всякую ересь, не мудрствующие, как мудрствует святая Божия католическая и апостольская церковь, приемлем, запечатлевая, то есть помазуя святым миром, во-первых, чело, потом очи и ноздри, и уста и уши, и запечатлевая их глаголем «печать дара Духа Святого». А бывших павлианами, потом к католической церкви прибегших, постановлено «перекрещивайте их непременно». Евнониан же единократным погружением крещающихся, и монтанистов, именуемых здесь фригами, и савелиан, держащихся мнения о сына Отечестве, и иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков, ибо много здесь таковых, наипаче выходящих из галатийские страны. Всех, которые из них желают присоединены быть к православию, приемлем якоже язычников. В первый день делаем их христианами, во второй – оглашенными, потом в третий – заклинаем их с троекратным дуновением в лицо и во уши. И так оглашаем их и заставляем пребывать и в церкви, и слушать и Писание, и тогда уже крещаем их. Такожде и манихеев, валентиниан, маркианитов и им подобных еретиков. Несториане же должны творить и рукописание, и предавать и анафеме ересь свою, и Нестория, и Евтихия, и Диаскора, и прочих начальников таковых ересей, и их единомышленников, и все выше показанные ереси, и потом да приемлет святое причащение. Правило 96. Во Христа, крещением облегшиеся, дали обет подражать и во плоти житию его, того ради волосы на голове, ко вреду зрящих, искусственными плетениями располагающих и убирающих, и таким образом неутвержденные души прельщающих, а отечески врачуем приличной эпитемиёю, руководствуя их аки детей, и научая целомудренно жити, да оставив прелесть и суету плоти, к негиблище и блаженной жизни ум непрестанно направляют, и чистое со страхом пребывание имеют, и ощущением жития и ликоможных Богу приближаются, и внутреннего паче, нежели внешнего человека, украшают добродетелями и благими, и непорочными нравами, и да не носят в себе никакого останка порочности, происшедшей от сопротивника.
Аши же, кто вопреки всему правилу поступит, да будет анафема. Правило 97. Тех, которые или живя с женой, или иным образом нерассудительно, священные места обращают в обыкновенное, и небрежно окрест их обращаются, и с таким расположением в них пребывают, повелеваем изгонять ее от мест оглашенным, предоставленных при святых храмах. Кто же не будет сего соблюдать, аще есть клирик, да будет извержен, аще же мирянин, да будет отлучен. Правило 98. Жену, иному обрученную, берущую в брачное сожитие при жизни еще обрученника, да подлежит вине прелюбодеяния. Правило 99. В армянской стране, как мы уведали, бывает и сие, что некоторые, сварив части мяс внутри священных алтарей, приносят участки и разделяют священникам по иудейскому обычаю. Посему, соблюдая чистоту церкви, определяем, да не будет позволено никому из священников отделенные части мяса от приносящих принимать их, но тем да довольствуются они, что восхосит дать и приносящие, и таковое приношение добывает вне церкви. А если же кто не так и сие творит, да будет отлучен. Правило 100 6 Вселенского. Очи твои право дозрят, и всяким хранением бляди твое сердце. Завещает премудрость. Притча 4.23. Ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображение на досках или на ином чем представляемое, обаяющее зрение, расплевающее ум и производящее воспламенение нечистых удовольствий, не позволяем отныне каким бы то ни было способом начертовать их. Аще же кто сие творит и дерзнет, да будет отлучен. Правило 101. Человека, созданного по образу Божию, божественный апостол велигласно нарицает телом Христовым и храмом. Выше убо всякие чувственные твари быв поставлен спасительными страданиями небесного достоинства сподобившийся, и идущий пьющий Христа непрестанно преобразуется к вечной жизни, и душу, и тело освящая причащением божественной благодати. Посему, аще кто хочет во время литургии причаститесь пречистого тела, и едино с ним через причастие быти, руки дослагает во образ креста, и так, когда приступает, и да приемлет общение благодати. Ибо из золота или иного вещества вместо руки некие вместилища устрояющих для приятия божественного дара, и посредством он их пречистого общения сподобляющихся отнюдь не одобряем, яко предпочитающих Божий образ вещество бездушное и подчиненное рукам. Аще же кто усмотрен будет пресвятое пречищение, преподающий приносящим таковые вместилища, да будет отлучен и сей, и приносящий оные. Правило 102. Приявшие от Бога власть решить и вязать, и должны рассматривать и качество греха, и готовность согрешившего к обращению, и так употреблять и приличное недугу врачевание. Дабы, не соблюдая меры в том и в другом, не утратите спасение недугу еще. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен, и производит многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается и далее распространяется, доколе не будет остановлено силою врачующего. Почему духовное врачебное искусство являющему подобает, во-первых, рассматривать расположение согрешившего и наблюдать, к здравию ли он направляется, или напротив собственными нравами привлекает к себе болезнь, и как он между тем учреждает свое поведение. Яще врачу не сопротивляется, и душевную рану через приложение предписанных врачеств заживляет. В таковом случае по достоинству возмеривать и ему милосердие. Ибо у Бога и у приявшего пастырское водительство все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем врачевать, не должно ниже гнать и по стремнинам отчаяния, ниже отпускать и бразды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно, которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих,
или посредством более мягких и легких врачебных средств противодействовать недугу и к заживлению раны подвязаться, и плоды покаяния испытывать и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. Подобает убо нам и то, и другое ведати, и приличные ревности кающегося, и требуемое обычаем, для неприемлющих же совершенства покаяния следовать и преданному образу, якоже священный Василий поучает нас. Правило Святого Вселенского Седьмого Собора Никейского 783-787 годы, 167 святых отцов. Догмат 367 святых отец Седьмого Вселенского Собора Никейского о иконопочитании. Храни не нововводно все писанием или бесписанием установленное для нас церковное предание. От них же едино есть икона о живописании, изображении, яко повествование евангельские проповеди согласующие, и служащие нам ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова, их подобной пользе. Я же бы едино другим указуются, несомненно, едино другим уясняются. Сим так осущим, аки царским путем шествующе, последующее богоглаголевому учению святых отец наших и преданию кафолические церкви, вемы бы, яко сия есть Духа Святаго в нем живущего, со всякой достоверностью и тщательным рассмотрением определяем. Подобное изображение честного животворящего Христа полагать и во святых Божьих церквах на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные святые иконы, написанные красками из добротных камней, из другого способного к тому вещества устрояемые. Яко же иконы Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа и непорочной Владычицы нашей Святые Богородицы, так же и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Велико бы чисто, если изображение на иконах, видимо, бывает часто, по талику взирающий на оное подвязаемо бывает воспоминать и любить и первообразных им, и чествуйте их лобзанием и почитательным поклонением, неистинным, по вере наше богопоклонением, еже подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображение честного и животворящего Христа и святому Евангелию и прочим святыням, теми амам и поставлением свящей честь воздается, яковы и у древних благочестивый обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, приходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенного на ней. Так обо утверждается учение святых отец наших, сиесть предание кафолической церкви, от конец до конец земли, приявшее Евангелие. Правило первое. Приявшим священническое достоинство, свидетельствами и руководством служат начертанные правила и постановления, которые охотно приемля, воспеваем с богоглаголевым Давидом ко Господу Богу глаголище, на пути сведений твоих насладишься, яко о всяком богатстве. Псалом 118:14. Так, ажди, заповедуйся правду, сведения твоя вовек, вразуми меня и жив буду. Псалом 118:138-144. Яще пророческий глаз повелевает нам, вовек храните сведения Божие и жите в них, то явно есть, яко пребывает он и несокрушимы и непоколебимы. Ибо и боговидец Моисей так и глаголит, к сим не подобает приложить, и о сих не подобает отъятие. Второзаконие 12:32. И божественный апостол Петр, хвалясь ими, вопиет, вняже желает ангелы приникнути. 1 Петра 1:12. Также и Павел вещает, аще мы или ангел с неба благовествует вам иное, нежели мы благовествовали, да будет анафема. Галатам 1:8. Понеже сие верно и засвидетельствовано нам, то радуйся о сем, подобно как обрел бы кто корысть многу,
Божественное правило со услаждением приемлем и всецелое и непоколеблемое содержим постановление сих правил изложенных от всехвальных апостолов святых труп Духа и от шести святых вселенских соборов и поместно собравшихся для издания таковых заповедей и от святых отец наших, ибо все они от единого и того же Духа, быв просвещены, полезные узаконили. И кого они предают анафеме, тех и мы анафематствуем, а кого извержению, тех и мы извергаем, и кого отлучению, тех и мы отлучаем. Кого же подвергает эпитимии, тех и мы также подвергаем. Ибо вошедшие до третьего неба и слышавшие неизреченные глаголы божественный апостол Павел ясного пиет, не сребролюбцы нравом, довольны сущим. Евреям 13.5. Правило второе. По елику мы от псалмопения обещаем Богу, в оправданиях твоих поучуся, не забуду словес твоих. Псалом 118.6. То и всем христианам сие сохранять, и есть спасительно, наипаче же приемлющим священническое достоинство. Всего ради определяем. Всякому имеющему возведено быть и на епископский степень, непременно знать псалтырь. Да так и весь свой клир вразумляет, поучайтесь из оные. Так же тщательно испытывайте его митрополиту, имеет ли усердие с размышлением, а не мимоходом, читайте священные правила и Святое Евангелие, и книгу Божественного Апостола, и все Божественное Писание, и поступайте по заповедям Божьим, и учите порученный ему народ. Ибо слушайте иерархии нашей, составляют Бога приданные словеса, то есть истинное ведение божественных писаний, якоже изрек великий Дионисий. Аще же колеблется и не усердствует, так отворите и учите, да не рукополагается, ибо пророчественно рек Бог. Ты умение отверг, еси, отвергну и я тебя, чтобы ты не приносил мне жертву. Осия 4.6. Правило третье. Всякое избрание епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, апостольская 30, которая глаголит «аще, который епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую церкви власть, да будет извержен и отлучены все сообщающиеся с ним». Ибо имеющий произвеститего епископа должен избираем быть от епископов, якоже святых отец Никея определенно в правиле четвертом, которое глаголит епископа поставлять и наиболее прилично всем тая области епископам, аще же сие неудобно или по надлежащей нужде, или по дальности пути, то по крайней мере три вкупе да соберутся, а отсутствующие да примут участие в избрании и изъявят согласие посредством грамот, и тогда творить поставление. Утверждать же таковые действия в каждой области подобает ее митрополиту. Правило четвертое. Проповедник истины, божественный апостол, великий Павел. Яко некое правило, полагая ефесским пресвитерам, паче же и всему священническому сословию, с одерзновением рек така, серебра или злата, или рис, ни единого во жилах. Вся сказах вам, яко так отруждающимся подобает заступать немощные, помышляйте, яко блажение есть паче даяти, нежели приимати. Деяния 20.33. Всего ради и мы, от него научася, определяем. Да отнюдь не умышляет епископ из низкой корысти, употребляя в предлог мнимые грехи, требовать злата или серебра или иного чего от подчиненных ему епископов или клириков или монахов. Ибо апостол говорит, неправедники Царствия Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6.9. Еще не должна суть чада родителям снискать и имение, но родители чадам. 2 Коринфянам 12.14. Всего ради, аще усмотрено будет, что кто-либо ради истязания злата или иного чего, или по некой своей страсти, возбраняет служение, отлучает кого-либо из своих клириков, или заключает честный храм, да не будет в нем Божьей службы. Таковы, и на бесчувственные предметы устремляя свое неистовство,
поистине есть бесчувствен и должен подвержен быть и тому, чему подвергал другого, и обратиться болезни его на главу его». Псалом 7:17. «Яко преступника заповеди Божией апостольских постановлений. Ибо заповедает и Петр, верховный апостол, пасите Божие стадо, посещающие не нуждою, но волею и по Богу, ниже неправедными прибытками, но усердно, не яко обладающий причту, но образе бывайте стаду, и явившийся пастырь начальнику примите неувидаемой славы венец». 1 Петра 5:2. Правило 5, 7 Вселенского. Грехи к смерти есть, когда некие согрешая в неисправлении пребывают. Горше же всего то, когда же соковыны восстают на благочестие и истину, предпочитая мамону, послушанию пред Богом, и не держась его уставов и правил. В таковых нет Господа Бога, аще не смиряться и не истрезвятся от своего грехопадения. Подобает им паче приступать и к Богу, и с сокрушенным сердцем просить о оставлении грехов сего, греха сего и прощения, а не тщеславитесь даянием неправедным. Ибо близ Господь сокрушенным сердцем, Псалом 33:19. Всего ради, аще которые хвалятся, яко даянием злата поставлены в чин церковный, и на сие злое обыкновение, отчуждающее от Бога и от всякого священства, полагает надежду, и от того бесстыдным лицом и отверстыми устами, укорительными словами бесчестит избранных от Святого Духа за добродетельную жизнь и без даяния злата поставленных, то поступающих таким образом, во-первых, не изводить на последнюю степень их чина, аще же в том закосневать будут и пятимилею исправлять. Аще же кто окажется сотворившим сие при рукоположении, тогда будет поступлено по апостольскому правилу, которое глаголит, 29-е. Аще кто епископ или пресвитер или диакон деньгами получит сие достоинство, да будет извержен и он, и поставивший его, и да отсечется совсем от общения, как Симон Волху, мною Петром. Так же по второму правилу преподобных отец наших в Халкидоне, которая глаголит, аще который епископ за деньги вычинит рукоположение, и непродаваемую благодать обратит в куплю, и за деньги поставит епископа, или хор епископа, или пресвитера, или диакона, или кого-либо из числящихся в притче, или произведет за деньги воэконома, или эгдика, или параномария, или вообще в какую-либо церковную должность ради гнусного прибытка своего. Дерзнувший на сие был обличен, да подлежит лишению собственного степени, а поставляемое отнюдь да не пользуется купленным поставлением или производством, но да будет чужд достоинства или должности, которое получил за деньги. Аще же кто окажется и посредствовавшим во мздоприятии, талика гнусным и беззаконным, и все аще из клирик да будет низвержен со своего степени. Аще же мирянин или монах да будет отлучен от общения церковного. Правило 6. По Енику есть правило, которое глаголит дважды в году в каждой области подобает быть экономическим исследованием посредством собрания епископов. А преподобные отцы VI собора во внимание к затруднениям собирающихся и к недостаткам потребного для путешествия определили без всякого уклонения и извинения единожды в лето быть соборы и погрешительно исправляйте, то и мы сие правило возобновляем, а если обрящется некий начальник, возбраняющий сие, да будет он отлучен. Аще же кто из митрополитов пренебрежет исполнить сие не по нужде и насилию, и не по какой-либо уважительной причине, таковы да подлежит эпитемии по правилам. Когда же будет собор о предметах канонических и евангельских, тогда собравшиеся епископы должны прилежать и пищись о сохранении божественных и животворящих заповедей Божиих. Ибо внегда сохраните я воздаяние много. Псалом 18:12. Ибо заповедь есть светильник, закон свет, и обличение и наказание путь жизни. Притча 6:23. И заповедь Господня светла, просвещает очи. Псалом 18:9.
Да не будет же позволительно митрополиту из того, что приносит с собой епископ, требовать или скота, или иные вещи. А если же обличен будет в таковом поступке, то воздаст четверицею. Правило седьмое. Божественный апостол Павел изрек: «Некий человек грехи, предъявлены суть, некие же и последствуют». 1 Тимофею 5:24. «Ибо грехам предваряющим и другие грехи последуют. За нечестивые ереси клеветников на христианство последовали иные нечестия. Ибо как зрак честных икон отъяли у церкви, так оставили другие некие обычаи, кое подобает возобновить и так содержать и по писанному, и неписанному законоположению. Сего ради, ащи которые честные храмы освящены без святых мощей мученических, определяем, да будет совершено в них положение мощей с обычной молитвою. Ащи же отныне обрящется некий епископ, освящающий храм без святых мощей, да будет извержен, яко преступивший церковное предание». Правило восьмое. По велику некоторые из еврейского вероисповедания, блуждая, возмнили ругатися Христу Богу нашему, притворно делаяся христианами, втайне же отвергаяся Его и скрытно субботствуя, и прочее иудейское исполняя, то определяем, сих ни в общение, ни к молитве, ни в церковь не приимати, но явно быть им, по их вероисповеданию, евреями, и детей их не крестить, и раба им не покупать или не приобретать. А если же кто из них с искренней верой обратится и исповедует он от всего сердца, торжественно отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы через то и других обличить и исправить, всего принимать и крестять детей его, и утверждать их в отвержении еврейских умышлений. А если же не таковы будут, отнюдь не принимать их. Правило девятое. Все детские басни и неистовые глумления и лживые писания, сочиняемые против честных икон, должно отдавать в епископию Константинопольскую, дабы положены были с прочими еретическими книгами. А если же обрящийся кто таковы и сокрывающий, то епископ или пресвитер или диакон, да будет извержен из своего чина, а мирянин или монах, да будет отлучен от общения церковного. Правило 10 седьмого Вселенского. По велику некоторые из клира, уклоняясь от силы, существующего в правилах постановления, оставив свой приход, отбегают во иные приходы, наипаче же всем богоспасаемым и царствующим граде, и у мирских начальников водворяется, отправляя богослужение в их молитвенницах, то сих без воли своего и константинопольского епископа не позволяется приимать и в каком бы то ни было доме или церкви. Аще же кто сие сотворит, и в том упорен будет, да будет извержен. А тем, которые согласие вышереченных священноначальников сие творят, не надлежит приимать и на себя мирских и житейских попечений, якоже божественными правилами возбранено сие творите. А если же кто обрящется, занимающий мирскую должность, углаголемых вельмож, или да оставит оную, или да будет извержен. Лучше же да идет учить отроков и домочадцев, считая им божественное писание, ибо на сего и священство получил. Правило 11. Будучи обязаны хранить все божественные правила, мы должны также охранять всеконечно неизменным и то, которое повелевает быть эконому в каждой церкви. И если каждый митрополит во своей церкви поставляет эконома, благо есть. А если же не поставит, предоставляется константинопольскому епископу собственной властью определить экономов в той церкви. Тоже представляется и митрополитам, а если подчиненные им епископы не восхотят экономов поставить в церквах своих. То же самое наблюдать и по монастырям. Правило 12. А если кто епископ или игумен окажется что-либо из угодий, принадлежащих епископе или монастырю, продавшим в руки властей или отдавшим иному лицу,
«Не твердо да будет оное отдаяние», — поправил святых апостол, глаголющему. «Епископ да имеет попечение о всех церковных вещах, и онами да распоряжает яко Богу назирающую, но не позволительно ему присвоять и что-либо из оных, или сродникам своим дарить принадлежащее Богу. Аще же суть неимущие, да подает им яко неимущим, но под сим предлогом да не продает принадлежащего церкви». Апостольская 38. Аще поставляет в предлог, что земля причиняет убыток и никакой пользы не доставляет. То и всем случаю не отдавать поля местным начальникам, но клирикам или земледельцам. Аще же употребляет лукавый оборот, и властелин перекупит землю у клирика или земледельца, то и всем случае продажа да будет недействительна, и проданная да будет возвращена епископе или монастырю, а епископ или игумен, так и поступающий, да будет изгнан. Епископ из епископии, игумен же из монастыря, яко зле расточающие то, чего не собрали. Правило 13. При случившемся по грехам нашим бедствии в церквах некоторые святые храмы, епископии, монастыри некими людьми расхищены и соделались обыкновенными жилищами. Аще завладевшие онами восхотят отдать их, да будут восстановлены по-прежнему, то добро и благо есть. Аще же не така, то сущих от священнического чина повелеваем извергать, а монахов или мирян отлучать. Яко осужденных от Отца и Сына и Святого Духа. И до свинецы, где же черри не умирает, и огонь не угасает. Марка 9:44. Понеже они глазу Господне противятся, глаголящим, не творите дома Отца моего домом купли. Иоанна 2:16. Правило 14. Всем явно есть яко порядок неразлучен от священства и с точностью хранить относящееся к священству производства. Есть дело Богу угодное. И пониже видим яко некие без руковозложения в детстве приняв причетническое пострижение, но еще не получив епископского рукоположения. В церковном собрании нам воне читает и сие делает не согласно с правилами. То повелеваем отныне сему не быть и сие же самое соблюдать и в рассуждении монахов. Рукоположение же скица творить и позволяется каждому игумену в своем и токму в своем монастыре. Аще же сам игумен получил рукоположение от епископа в начальство игуменское, без сомнения уже будучи пресвитером. Подобные хоры епископы по древнему обычаю с позволения епископа должны производить скицов. Правило 15 седьмого Вселенского. Отныне клирик да не определяется к двум церквам, ибо сие свойственно торговле и низкому своей корыстию, и чуже церковного обычая. Ибо мы слышали от самого гласа Господня, яко не может кто-либо двумя господинам работать, либо единого возненавидит, а другого возлюбит, или единого держится, а другом же вознеродит. Матфея 6:24. Того ради всяк по апостольскому слову, в нем же призван есть, в том должен пребывать, 1 Коринфянам 7:20, и обретайтесь и при единой церкви. Ибо что для низкой корости в церковных делах бывает, то становится чуждым Богу. Для потребности же сия жизни есть различные занятия, и семья, если кто пожелает, да приобретает потребное для тела. Ибо апостол рек: требованию моему и сущим со мною послужили руки мои сии. Деяние 20:34. И сие наблюдатель всем богоспасаемым граде, а в прочих местах по недостатку в людях допустить изъятие. Правило 16. Всякая роскошь и украшение тела чужды священнического чина и состояния. Всего ради епископы или клирики, украшающие себя светлыми и пышными одеждами, да исправляются. Аще же в том прибудут подвергать их епитимии, такожде и употребляющим благовонные масти. По велику же корень горести выспрь прозябай, евреям 12:15. Ересь
христиана, холника, соделалось нечистым пятном для католической церкви, и приявшие он и не токмо иконными изображениями возгнушались, но и всякое благоговение отвергли, ненавидя людей честно и благоговейно живущих. И исполнилось у них написано «мерзость грешникам благочестия». Сирах 1.25. Тащи обрящица некие, посмеивающиеся, носящим простое и скромное одеяние, и пятимьёй да исправляются. Пониже от древних времен всякий священный муж довольствовался не роскошным и скромным одеянием, ибо все, что не для потребности, то для убранства приемлется, подлежит обвинению в суетности, якоже глаголит Василий Великий. Но и разноцветные шелковые ткани одежды не были носимы, и на края одежд не налагались воскрили иного цвета, ибо слышали от богогласного языка, яко в мягкие одежды одевающиеся в домах царских суть. Матфея 11.8. Правило 17. Некоторые из монахов, желая начальствовать и послушание отметаясь, оставив свои монастыри, предприемлют созидать молитвенные домы, не имея потребного к совершению оных. Ащебо кто дерзнет сие творить, и да будет ему возбранено от местного епископа. Аще же имеет потребное к довершению, то преднамеренно им да приведется к концу. Сие же самое соблюдать и для мирян, и для клириков. Правило 18. «Беспрекновенны бывайте и внешним», — глаголит божественный апостол. 1 Коринфянам 10.32. «Но пребывание жен в епископиях или в монастырях есть вина всякого соблазна. Всего ради, аще усмотрено будет, что кто-либо имеет рабу или свободную в епископии или в монастыре, поручая ей какое-либо служение, да подлежит таковой эпитемии. Закосневающий же в том, да будет извержен. Аще и случится же нам быть в загородных домах, и восходит епископ или игумен, путь творите тамо, то в присутствии епископа или игумена отнюдь никакого служения да не исправляет в то время жена. Но да прибудет особо на ином месте, доколе последует отшествие епископа или игумена. Да не будет нарекания». Правило 19. Мерзость сребролюбия толика возобладала водителями церквей, яко некие злоголимых благоговейных мужей и жен, забыв Господню заповеди, заблудились и в священный чин и монашеское житие вступающих приемлют за злато. И бывает, яко же глаголит великий Василий, непотребно все, чего начало нечисто. Понеже Богу и мамоне служить и не подобает. Всего ради аще усмотрен будет кто-либо сие творящий, то епископ или игумен, или кто-либо из священнического чина, или да пристанет, или да будет извержен по второму правилу Халкидонского святого собора, а игумене да изгонится из монастыря, и да предастся войной монастырь в послушание, равно как и игумен, не имеющий пресвитерского рукоположения. А о том, что дают родители детям по подобию века, и о вещах, по подобию вена, и о вещах, приносимых из собственного, с объявлением от приносящего, яко посвящается Богу, мы определили, да пребудут по обещанию их, пребудет ли принесший в монастыре или изыдет, аще не будет всему вины в настоятеле. Правило 20 седьмого Вселенского. Определяем, не быть и отныне монастырям двойным, потому что сие бывает соблазном и преткновением для многих. Аще же восхотят некие со сродниками отрещися от мира и монашескому житию последовать, то мужам отходите в мужеский монастырь, а женам входите в женский монастырь, ибо сим благоугождается Бог. А обретающиеся до ныне двойные монастыри да будут управляемы по правилу святого отца нашего Василия и по заповеди его, законополагающий так. Да не живут в одном монастыре монахи и монахини, потому что совотворение дает посредство к прелюбодеянию. Да не имеет дерзновения монах с монахиней или монахини с монахом беседовать и наедине. Да не спит монах в женском монастыре, и да не ест монахиня вместе с монахом наедине. И когда вещи, потребные для жизни со стороны мужеской,
приносятся к монахиням, за вратами оные да приемлют женского монастыря игуменье с некою старой монахинью. Аси случится, что монах пожелает видеть некую родственницу, то в присутствии игуменьи с нею да беседует немногими и краткими словами, и вскоре от нее да отходит. Правило 21. Не долженствует монах или монахиня оставлять и свой монастырь и отходить во иной. Аще же случится сие, то странно приимство явить ему необходимо, и приимать его без воли игумена его не подобает. Правило 22. Все приносить Богу и не приобщаться своим желаниям есть великое дело. Ибо аще есть ясти или пиете, глаголит Божественный апостол, все во славу Божию творите. 1 Коринфянам 10.31. И Христос Бог наш в Своем Евангелии повелел отсекать начало грехов. Ибо не только на прелюбодеяние наказуется от него, но и движение мысли к покушению на прелюбодеяние осуждено по глаголу его. Возрев на жену, коеже вожделете ее, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Матфея 5.28. А сильно ли научаться мы должны очищать и помыслы? Ибо вообще вся позволено, но не все на пользу. 1 Коринфянам 10.23. Как учит апостольское слово. Всякому человеку необходимо есть, дабы жить. И живущим в браке и с детьми в мирском состоянии не предосудительно есть мужам и женам вместе, только дающему пищу да приносит благодарение. Но есть не с какими-либо позорищными вымыслами или сатанинскими песнями и спецами и блудическими гласованиями, на кое падает пророческое укорение, глаголище так, горе с густыми и певницами вино пьющим, на дела же Господи невзирающим, и о делах рук его не помышляющим. Исаия 5.12. Яще будет, где таковые в христианах, да исправляются, аще же не исправятся. Да будет в отношении к ним соблюдаемо канонически постановленное бывшими прежде нас, о которых жизнь есть тихая и единообразная, яко давших обет Господу Богу, взяти на себя иго монашество. Те да сядут наедине и умолкнут. Плач Иеремии 3.28. Но и священническое житие избравшим не совсем позволительно есть наедине с женами. А разве купно с некоторыми богобоязненными и благоговейными мужами и женами, дабы и сие общение трапезы вело к назиданию духовному, тоже соблюдать должно и в рассуждении сродников. Аще же случится монаху или мужу священного чина в путешествии не иметь потребного, и по нужде восхочет он препочить в гостинице или в чьем-либо доме. Разрешается таковому сие творить, поелику нужда требуется.